Здравствуйте! Телеканал «Автоплюс» приветствует всех поклонников гонок и приглашает вас в Германию на знаменитую трассу Нюрбургринг, арену седьмого этапа серии ДТМ 2014 года. Мы приветствуем Верену Врид, ведущую международных трансляций ДТМ. У микрофона в московской студии телеканала «Автоплюс» ваш комментатор Сергей Беднарук. И наш первый собеседник — это Роберт Уикенс, один из главных героев предыдущего этапа в Австрии, которому был показан черный флаг, когда он лидировал в гонке. Конечно, это был очень разочаровывающий момент, потому что мы отлично проводили этап в Шпильберге. Ну а что касается этой ситуации, то она, конечно, позади. Теперь мы концентрируемся на новой гонке. Постараемся сегодня извлечь максимум возможных... извлечь максимум возможного и набрать какие-нибудь очки. Ну что же, этот этап не обещает быть столь же успешным для Мерседеса, как предыдущий в Шпильберге, потому что характеристики этой трассы новой машине Mercedes C-Coupe подходят не столь сильно. И давайте сейчас с гонщиком Audi Тима Шайдером как раз познакомимся с трассой Нюрбургринг и совершим экскурсионный круг. Мы начинаем круг на главной прямой, рассказывает Тима Шайдер, двукратный чемпион ДТМ. Это самое важное место для использования системы ДРС и попытки обгона на торможении перед первым поворотом. Здесь очень хороший шанс. Первый поворот на спуске обычно проходится на первой или второй передачах. Нужно быть внимательным здесь, потому что апекс находится на понижении. Во втором повороте не так много сцепления. Нужно быть аккуратным на здесь разгоне. Далее вход в Мерседес-арену. Ну а в третьем повороте есть возможность обогнать соперника по внутренней траектории. Далее на выходе из Мерседес-арены мы приближаемся к скрестке короткой трассы. Вторая передача обычно здесь используется. Апекс на спуске. Аккуратно нужно использовать газ. И здесь важно удерживать хорошую скорость в повороте вот в этом месте. Далее следует длинная задняя прямая. И на ней тоже можно использовать систему ДРС. Это дает выигрыш примерно в 0,3 секунды. Ну а далее жесткое торможение перед шиканой. Это одно из самых важных мест на этой трассе. Нужно здесь быть внимательным на торможении. Ну и далее мы приближаемся к последнему повороту. Вторая или третья передача. И важно как можно раньше начать разгон на главную прямую старт-финиш. Если все получается, то вам удается хороший круг здесь на Нюрбургринге. Ну вот, мне еще стоит прибавить. Чемпионат вступает в свою решающую фазу. Четыре гонки остаются до окончания первенства. Первая состоится здесь на Нюрбургринге. И в турнирной таблице во всех трех зачетах лидирует BMW. И сейчас у нас есть возможность побеседовать с главой BMW Motorsport Йенсом Марквардом. Это особенный для нас сезон, рассказывает Йенс Марквард. Он является первым для новой машины M4 DTM. Ну и что касается Марка Виттмана, то похоже, что вот эта комбинация пилота и машины становится сильным оружием. С первой же гонки он продемонстрировал отличную форму, и каждый уикенд подтверждает это. Ему удается найти оптимальные регулировки и успешно выступать в квалификации, в том числе здесь, на Нюрбургринге. Несмотря на тяжелейшую машину в пилотоне, он сумел завоевать пол-позицию. Ему всего 23 года, вопрос Верены Врид. Это его всего второй сезон в серии ДТМ, но он уверенно лидирует в чемпионате. Что его делает столь сильным? И вы ждали от него таких выступлений после дебютного сезона в прошлом году? Или вы удивлены? Он выступает потрясающе. Но это на самом деле проявлялось уже и в младших категориях, где он тоже был очень быстр, начиная с формулы BMW. И его дебютный сезон в прошлом году в ДТМ тоже был очень сильным. ДТМ очень сложный чемпионат, но он сумел быстро приобрести опыт и в межсезоне зимой вместе со своей командой проделал отличную работу по подготовке к нынешнему первенству.
steep. And yeah, with the new car, his team. И с новой машиной он выступает в нынешнем сезоне просто великолепно. И вы видите подтверждение этому в гонках. Что ж, желаем удачи пилотам BMW, также, конечно же, как и им соперникам из Audi и Mercedes. Обратите внимание, Марко Витман завоевал полупозицию, при этом он в десятке единственный пилот на BMW. Следом за ним 5 гонщиков на Audi. Это Эдуардо Мартара, Майк Рокенфеллер и Джейми Грин, а также Тима Шайдер и Мигель Малина, которые дополняют первую шестерку. Лучший гонщик Мерседеса на 7-й позиции — это Даниэль Хунканделли, пилот команды Мюнхен, на счету которого в нынешнем сезоне нет пока что ни одного очка. Вместе с ним в 4-м ряду Пол Ди Реста. Далее на 5-й линии Мерседес Кристиана Феторица и Ауди Ника Мюллера. В 6-м ряду Адриан Тамбей из Ауди и следующий лучший пилот BMW после Марка Витмана, его партнер по команде Максим Мартин на 12-й позиции. Следом 13-я позиция у Роберта Уикенса, прошлогоднего триумфатора здесь в гонке на Нюрбургринге, 14 августа Фарфус. В 7-м ряду Тима Глок и Бруно Спенглер. Далее на 8-й линии Паскаль Верляйн из Мерседеса и Тима Глок. 9-я линия — Бруно Спенглер и Мартин Томчик. В 10-м ряду Антонио Феликс Дакошта и Джой Хэнд. Виталий Петров — лучший результат в квалификации в его дебютном сезоне. Россиянин на 21-м месте. Впереди двух чемпионов серии ДТМ. Матиас Экстрем только 22-й, но Гэри Паппетт будет стартовать в этой гонке и вовсе с последней 23-й позиции. Вот так вот у нас получается, что лидер чемпионата Марко Витман, который и без того имеет уверенное преимущество в чемпионате, на 39 очков опережает Матиас Экстрема, стартует с полпозиции, в то время как Матиас Экстрем только на 22-й позиции. Слушаем обладателя пола и лидера чемпионата. Для меня важно будет хорошо стартовать и сохранить лидирующую позицию перед первым поворотом. И думаю, что первый круг может стать ключевым в этой гонке. Но я уверен в своих силах и жду старта. Позади вас 5 Audi. Как вы ощущаете себя? Безусловно, они не дадут мне легкой жизни в этой гонке. Результаты в квалификации были очень плотными, так что в гонке борьба обещает быть очень напряженный. Ну и погода здесь, по традиции, в регионе Айфель может преподнести, конечно же, сюрпризы и вмешаться в ход соревнования. Переменчивая погода была по ходу всего этого гоночного уикенда, начиная с пятницы. Здесь периодически шел дождь, в том числе по ходу субботнего дня и в обеих тренировках. И даже квалификация стартовала в первом сегменте на влажном асфальте. Сегодня на Нюрбургринге, как и обещал прогноз, с утра было солнечно. Но вот сейчас дует достаточно сильный ветер, собираются тучи. Так что не исключено, что погода здесь, в Айфельских горах, снова преподнесет сюрпризы и проявит свой характер. Дождь не исключается по ходу гонки, ну и, безусловно, это является еще одним фактором, который может повлиять на ход соревнования. В прошлом году здесь дождь пошел прямо по ходу прогревочного круга, и в итоге это принесло в конечном счете победу вот этому пилоту, канадцу Роберту Уикенсу, который имел все шансы одержать победу на предыдущем этапе в австрийском Шпильберге. Но спорная ситуация на питлейне, когда он выезжал перед Тима Глоком, и судьи посчитали это опасным выездом, наказали сначала проездом по питлейну Роберта Уикенса. В Мерседесе были категорично не согласны с этим решением. Они спорили с судьями на капитанском мостике, как вы помните, если смотрели нашу прямую трансляцию на телеканале «Автоплюс». И не зазвали своего пилота в течение обязательных трех кругов для отбытия штрафа на питлейн. И в итоге Роберту Уикенсу был показан черный флаг. Он был дисквалифицирован. Большие дебаты были об этом эпизоде после финиша австрийской гонки. Тото Вольф, глава Mercedes-Benz, даже отправил открытое письмо комиссии ДТМ и судьям престижной кузовной серии, где посчитал, что решение было ошибочным, что на его взгляд и на взгляд концерна Mercedes-Benz произошла... На самом деле перепутали два Мерседеса, действительно схожие по раскраске, обе темные машины, Роберта Уикенса и Паскаля Верляйна, поскольку Паскаль Верляйн совершал свой пит-стоп в этот же самый момент, едва не столкнулся на питлейне с будущим победителем гонки Марко Витманом. Но все-таки едва ли опытные немецкие судьи во главе с Кристианом Шахтом, делегатам ДТМ от судей, могли допустить такую оплошность и перепутать две машины. Скорее всего, ну, действительно, они вот в тот момент посчитали, что Роберт Уикенс более опасно покидал свой питлейн, потому что, в отличие от Паскаля Верляйна, Тима Глоку он пространство на трассе, на питлейне, точнее, не оставил, и Глоку пришлось тормозить. И здесь, накануне этого уикенда, рабочая группа, комиссия ДТМ вместе с новой ассоциацией гонщиков ДТМ, которая была образована как раз перед предыдущим этапом
DTM-DA, DTM Driver Association, обсудили эти вопросы. И вот здесь было вынесено такое решение, что гонщик, который покидает рабочую зону, должен оставить пространство для соперника, который движется по питлейну. Но в случае спорной ситуации, гонщик, который едет по питлейну в этот момент, имеет лучшую обзорность, и все-таки он должен затормозить, чтобы избежать столкновения. Вольфганг Шатлинг на ваших экранах, глава менеджмента Mercedes-Benz DTM. Погода явно нам не поможет, потому что по прогнозу пока что дождя не ожидается. Ну а что касается настроения, то Вольфганг Шатлинг философски заметил, что если у вас нет оптимистичного настроя на гонку, то вам на старт просто выходить не стоит. Ну, Мерседесы готовились к сложному этапу здесь, на Нюрбургринге, потому что, в отличие от того же Шпильберга с длинными прямыми австрийской трассы, здесь Нюрбургринг является более техничным кольцом, и не слишком эта трасса подходит для Mercedes C-Coupe. Новинки, полный пакет обновлений готовится только к двум последним этапам. Я напомню, что штутгартскому концерну разрешили дорабатывать машину, несмотря на так называемую заморозку технического регламента. И вот полный пакет обновлений будет готов к предпоследнему этапу нынешнего сезона, который состоится в Нидерландах на трассе Зандфорд, которая сменила отмененный китайский этап. Замок Нюрбург на ваших экранах, который возвышается примерно на высоте 600 метров над уровнем моря. И, собственно, именно он и дал название старейшему автодрому Германии, Нюрбургрингу. Северная петля до сих пор в действии, до сих пор принимает у себя любителей быстрой езды во время трек-дней и соревнований серии ВЛН и 24 часа Нюрбургринга. Но что касается серии ДТМ, то, естественно, здесь используется новая трасса, так называемое кольцо Гран-при, которое было построено в 1984 году. Причем по традиции ДТМ здесь использует короткую версию трассы Гран-при. Ну а сейчас комментарий главы Audi Sport DTM Дитера Гасса. Мы уверены в наших силах, у нас хорошие стартовые позиции. Часть наших пилотов стартует на мягких шинах, часть на жестких. Но так или иначе, впереди наших пилотов Марко Виттман, и нам нужно его опередить. А что скажете о погоде? Ну, по прогнозам, гонка должна быть сухой, но вы знаете, мы в Айфелях, и здесь вы никогда не знаете, какие сюрпризы преподнесет погода. Ну что ж, действительно, прогнозы обещали в воскресенье сухую погоду, в отличие от пятницы и субботы, но действительно, это регион Айфельских гор, и здесь все может быть. Итак, первый из четырех последних гонок сезона 2014 года. Майк Рокенфеллер на ваших экранах. Действующий чемпион, который пока что в этом году не одержал ни одной победы. Как, впрочем, не одержал ни одной победы ни один из семи пилотов, которые уже могут похвастать чемпионскими званиями в серии ДТМ. Но Майк Рокенфеллер стартует с третьего места сегодня. Это его лучший результат квалификационный в чемпионате 2014 года. Так же, как и его партнера по Audi Эдуарда Мартара, который признал, что после предыдущих сложных квалификаций нынешнего сезона, второе место, конечно же, это большой успех. Но главным героем квалификации стал Марко Виттман. Молодой немец, 23-летний гонщик из Фюрта, который проводит свой всего лишь второй сезон в ДТМ и уверенно возглавляет турнирную таблицу на 39 баллов, опережая ближайшего преследователя, завоевал позицию на самой тяжелой в пилотоне машине. Потому что, напомню, в этом году в серии ДТМ введено правило весовых гандикапов. И за успешные выступления на предыдущих этапах BMW здесь довешены дополнительными килограммами балласта. И у Марка Виттмана машина с 10 дополнительными килограммами, в то время как у Мерседесов, например, наоборот, 10 килограммов сброшены. И таким образом разница между самой тяжелой машиной Марка Виттмана в пилотоне и самыми легкими Мерседесами составляет 20 килограммов. Но, тем не менее, именно пилот BMW, лидер чемпионата, завоевал полупозицию. Причем он очень уверенно провел квалификацию. В переменчивых погодных условиях он установил быстрейшие секунды и во втором, и в третьем решающем сегменте квалификации. При этом в первой десятке, как вы видели на представлении стартовой решетки, больше нет ни одного пилота BMW. Следующий гонщик мюнхенского концерна — это партнер Марка Виттмана по команде RMG. Кстати, ее база находится совсем неподалеку от этой трассы. Стартует только с 12-й позиции. И главная интрига первого поворота, первого круга — это удастся ли Марко Виттману в одиночку справиться с преследователями. Вот на вашем экране еще раз стартовый порядок. И посмотрите, за пилотом BMW сразу 5 гонщиков
Audi и далее тройка мерседесовцев. Причем Даниэль Хункаделья стал лучшим из пилотов на мерседесах по итогам квалификации. Хункаделья является одним из двух пилотов в нынешнем сезоне, которому пока что не удалось открыть счет очкам вместе с Хункаделией. К сожалению, в этот список входит его партнер по команде Мюнхен Моторспорт, россиянин Виталий Петров. Но сегодня у Хункаделии, по крайней мере, есть неплохие шансы заработать первые в сезоне очки. Что ж, посмотрим, удастся ли Марко Витману реализовать это преимущество. Главный его соперник в чемпионате Матиас Экстрем, который проигрывает ему и без того немало, 39 очков, стартует с предпоследней 22-й позиции. В гонке нам предстоит увидеть сегодня 49 кругов дистанции. Окно для пит-стопов, обязательных остановок для замены резины, будет действовать с 16 по 33 круги. Мягкие шины можно использовать в этой гонке не более 23 кругах дистанции. Я думаю, что Джейми Грину особенно стоит обратить внимание на это. Напомню, что британский гонщик Audi ошибся с подсчетом кругов на прошлом этапе в Австрии и проехал лишний круг, за что получил штраф, проезд по питлейну и лишился возможности побороться за подиум, а возможно даже и за победу. Кстати, Джейми Грин проводит сегодня юбилейную гонку, сотую в своей карьере в ДТМ. Он стартует с 4-й позиции. И у нас есть еще один юбиляр, также сотый старт для Бруно Спенглера, гонщика команды Шницер. Ну, для команды Шницер этот уикенд проходит под знаком траура, потому что не так давно после австрийского этапа скончался после продолжительной болезни Дитер Лам, брат-близнец руководителя команды Шницер Чарли Лам, который вместе с ним на протяжении 30 лет работал в BMW, работал в команде Шницер. Ну и Спенглеру и Томчику не удалось успешно выступить в квалификации, не удалось найти настройки на подсыхающую трассу. В итоге Спенглер свою сотую гонку начнет с 17-й позиции, а Мартин Томчик следом за ним на 18-м месте. По поводу выбора резины. Марко Витман и Эдуардо Мортара стартуют на мягких шинах. В первой десятке на жесткой резине только трое пилотов. Это Майк Рокенфеллер и Тимо Шнайдер, два гонщика команды «Феникс», и также Ника Мюллер, который замыкает десятку. Но стратегии о резине чуть позднее, потому что сейчас время старта. 23 машины на стартовой решетке. И зажигаются стартовые огни светофора. Впереди 49 кругов дистанции по трассе длиной 3 километра 478 метров. Марко Витман неплохо стартует, но еще лучше Майк Рокенфеллер, который здесь сразу опережает Эдуардо Мортару. Торможение перед первым поворотом, контроль, жесткое торможение на спуске. Марко Витман ведет за собой пилотон. Далее Майк Рокенфеллер, Эдуардо Мортара. Также очень хорошо стартовал, как мне показалось, Кристиан Федорис на Мерседесе. Но сейчас посмотрим, действительно или это так. Также Джейми Грин сейчас в Мерседес-арене здесь борется. Нет, это Тимо Шнайдер. Бок о бок две Audi. Так что Федорис пока что остается чуть позади. В конце десятки он ведет сражение. Лучший из пилотов Мерседеса по-прежнему это Даниэль Хункаделья. Тимо Глок неудачно принял старт, хотя именно в субботу задавал темп в первой тренировке дождевой, но сейчас он на последней позиции, идет след за своим бывшим коллегой по Формуле 1 Виталием Петровым. Кристиан Федорис атакует Тимо Шнайдера, но не удается ему здесь его пройти. Глок борется с Петровым за предпоследнюю позицию. Ну а Марко Витман, лидер чемпионата, сделал самое главное. Он сумел отбить натиск пилотов Audi в первых поворотах. И сейчас 23-летний лидер чемпионата, гонщик команды RMG, ведет за собой пилотон, в то время как вот здесь на подходе к шикане между собой соперничают два пилота команды. Нет, я хотел сказать, что это два пилота команды Шницер, но здесь Мартин Томчик борется не со своим партнером Бруно Спенглером, а с Робертом Уикенсом. В это самое время Аугусто Фарфус атакует Тимо Шнайдера и опережает его, но это объясняется тем, что Шнайдер стартовал на жестких шинах. Вот обратите внимание на этой графики, которую вы видите сейчас слева на ваших экранах, желтым цветом обозначены пилоты, которые стартуют на мягкой, более быстрой резине, которая обеспечивает лучший коэффициент сцепления колес с дорогой. Но эти шины можно использовать не более чем на 23 кругах дистанции. Остальные пилоты, которые не выделены желтым цветом, они стартовали в этой гонке на жестких шинах. Поэтому по традиции вначале у нас пилотон разбивается как бы на две группы. И вот сейчас ту группу, которая едет на жестких шинах, возглавляет именно Тимо Шнайдер. Но посмотрите, на жестких шинах он ничего не может противопоставить гонщикам, которые стартовали в этом заезде на мягкой резине. Он пропускает одного соперника за другим. И уже вот Кристиан Федорис здесь тоже, как и Максим Мартин, опередил Тимо Шнайдера. У Мигеля Малины возникают проблемы. Это явно внеплановая остановка для замены резины. Давайте посмотрим, что произошло с испанцем, который провел неплохую квалификацию. Ох, у него здесь был контакт.
так своим партнером по концерну с Джейми Грином. И в итоге прокол задней резины, плюс поврежден здесь аэродинамический обвес задней части его Audi RS5 DTM. И, к сожалению, на этом, конечно же, гонка испорчено для Мигеля Малина. Он продолжает борьбу, но сейчас после непланового пит-стопа он откатывается на 23-ю позицию. Виталий Петров себя показывает. Он стартовал в этой гонке на мягких шинах. И сейчас россиянин пробует по максимуму использовать как раз преимущество так называемой опциональной резины. А здесь борьба Гэри Паффета на Мерседесе против Тима Глока на BMW. Контакт между немцем и британцем. Бескомпромиссное сражение двух этих гонщиков в самом хвосте пелотона с бортовой камерой на BMW Тима Глока, который перед этой гонкой женился на своей давней подруге. И посмотрите, Глок ответил Гэри Паффету. Вот это да! Сражение между двумя пилотами, которые возглавляют DTM-DA, ассоциацию гонщиков серии DTM, но об этом чуть позднее. Матис Экстрем как раз в эту ассоциацию единственный из пилотов не вошел. И у него проблемы, он на пит-стопе. Возможно, тоже был контакт на первых кругах с кем-то из соперников. И, в общем, это окончательно лишает шансов Матис Экстрема побороться за высокий результат. Ну а здесь вот этот красивый повтор искры из-под колеса и контакт между BMW Тима Глока и Мерседесом Гэри Паффета. Так вот, я говорил о том, что они председательствуют в образованной ассоциации гонщиков DTM, в таком своеобразном пилотском профсоюзе. Гэри Паффет является уполномоченным от Мерседеса, а Тима Глок от BMW. Вот здесь они схлестнулись не на шутку на трассе. Я думаю, что жаркие будут между ними дискуссии после финиша этой гонки. Тем временем у нас позади уже три круга дистанции. Марко Витман продолжает уверенно лидировать. Он на мягкой резине, так же, как и его преследователи. При этом немец на BMW опережает своего соотечественника Майка Рокенфиллера на Audi уже почти на 2 секунды. Ну а здесь борьба. Даниэль Хунканделли атакует Джейми Грина, заставляет того слишком широко выйти с первого поворота. И этой ситуации удалось воспользоваться еще одному пилоту Мерседеса, Полу Дирести. Таким образом, Хунканделли сейчас поднимается на 5-ю позицию. Диреста 6-й. Причем именно Хунканделли является, а вы знаете, даже нет, на 4-ю позицию Хунканделли выходит, потому что 4-м шел Джейми Грин до этого момента. Вот здесь на торможении перед первым поворотом на спуске по внутренней траектории, не оставив своему сопернику пространство на гоночном полотенце. Мы видим здесь за белую линию, на асфальтированную обочину выехать Джейми Грин. Хунканделли его прошел, так же, как и Пол Ди Ресто. Так что мерседесовцы здесь парой перемещаются на 4-ю и 5-ю позицию, уступая только BMW Витмана и двум Audi под управлением Майка Рокенфиллера и Эдуарда Мартары, которые поменялись позициями после старта. У Джейми Грина сейчас явно здесь потеря темпа, причем это не связано с шинами, он стартовал на мягкой резине. Ну а Матис Экстрем снова в боксах, и это сход с дистанции! Для Эки все, для него борьба закончена в этой гонке. И по сути, наверное, можно сейчас уже говорить о том, что для него закончена и борьба за чемпионский титул. Он и так 39 очков, напомню, проигрывал Марко Витману перед этой гонкой. Как сам заявил Матис Экстрем, ситуация в чемпионате не в руках Audi, не в его руках, потому что даже если ему удастся, скажем, выиграть, а уже и не удастся этого сделать, но вот перед этой гонкой он рассуждал, что если удастся победить во всех четырех оставшихся гонках, то Марко Витману достаточно приезжать у него за спиной на второй позиции, и все равно вот это отставание 39-очковое швед ликвидировать не сумеет. Но он сходит с дистанции, в то время как Марко Витман лидирует в этой гонке. Нынешний сезон для Марко Витмана складывается действительно невероятно потрясающе. Ну, здесь явная вот эта комбинация пилота и команды RMG, потому что в нынешнем сезоне для BMW победы приносил только коллектив Штефана Райнхольда. Это 3 победы уже Марко Витмана, в том числе на предыдущем этапе в Австрии, где на первых 4 позициях финишировали представители мюнхенского концерна. Ну и 1 победу на памятном российском этапе на трассе Moscow Raceway BMW принес 2-й пилот команды RMG, бельгиец Максим Мартен. Сейчас Мартен выходит на 8-ю позицию, он также на мягкой резине, но он на старте пропустил Аугусто Парфуса. И вот сейчас эта пара пилотов BMW догоняет Джейми Грина, у которого явно сейчас проблемы с темпом даже на мягкой резине. Ну и похоже, что для Мигеля Малины тоже из-за повреждения машины гонка закончена. Да, он возвращается на питлейн и сразу сворачивает в гараж своей команды. Двух пилотов команды Apt мы теряем в этой гонке. Экстрем и Малина складывают досрочно оружие. Это тоже важный фактор, потому что 2 коллектива команды Apt. Пока давайте посмотрим, что здесь было на старте. Ах, смотрите, у Экстрема был контакт с Тима Глоком.
Так что Глок в этой гонке сошелся сразу с двумя чемпионами ДТМ прошлых лет. Не только с Гэри Паффетом, но еще и на первом круге с Матисом Экстремом. И этой ситуации как раз здесь сумел воспользоваться Виталий Петров, который прошел своих соперников. И сейчас, кстати говоря, Виталий Петров, стартовавший с 21-й позиции, впервые по ходу своего дебютного сезона в ДТМ он отправлялся в бой не с последнего ряда. На 17-ю позицию вышел. Петров опережает Дакошту, Хенда, двух пилотов BMW, Гэри Паффета, своего партнера по Мерседесу, и также Тима Глока, который после вот этих многочисленных стычек со своими соперниками сейчас замыкает пилотон. Малина и Экстрем выбывают из борьбы. Я начал говорить о том, что это важный момент, важное событие с точки зрения командного зачета, потому что у нас, естественно, не только личное первенство, но также командный зачет и зачет производителей. И во всех трех этих зачетах перед гонкой на Нюрбургринге лидирует BMW. Марко Виттеман возглавляет личное первенство. Концерн BMW опережает Audi и Mercedes. И у Петрова ошибка! Какая досада! Очень неплохо вел эту гонку Виталий Петров. Он здесь был уже впереди Адриана Тамбе. Догонял Бруно Спенгера, похоже. И вот здесь слишком широко заехал на поребрик и зацепил обочину на выходе из поворота. И в итоге теряет позиции россиянин, но продолжает борьбу. Давайте послушаем Ханса Юргена Апта. У Матиса произошел контакт с другим автомобилем. И у Мигеля та же самая ситуация. И подвеска получила повреждение. К сожалению, мы вынуждены сойти с дистанции. И шансы Матиса на победу в чемпионате. Да, нам сегодня не повезло. Посмотрим, что в дальнейшем произойдет в этой гонке. Но конечно, наши шансы на чемпионат. И дословно именно так и сказал Ханс Юрген Апт. Но опять же, возвращаясь, до событий на трассе просто не дают этого сделать. Командному все-таки зачету. Здесь как раз два коллектива Ханса Юргена Апта, потому что в его команде выступают 4 пилота, и они разбиты на два коллектива. Так вот, эти две команды занимают вторую и третью строчку перед этим этапом и являются главными соперниками коллектива Штефана Райнхольда, команды RMG, заводского коллектива BMW, который представляют Марко Виттеман и Максим Мартен. Но вот ближайшая как раз команда, за нее и выступает Экстрем и Малина, Audi Sport Team Up Sportsline, она так полностью называется, она проигрывала 46 очков перед этим этапом коллективу RMG, но оба пилота этой команды выбывают из борьбы, и, конечно же, это тоже весьма скверно для Ханса Юргена Апта и его подопечных. Здесь мы видим, как молодой Ника Мюллер, проводящий свой дебютный сезон в серии ДТМ, но открывший уже счет очкам на российском этапе на Moscow Raceway, определил Тима Шрайдера, причем эта борьба равная. Оба пилота на жестких шинах, и проблемы! У обоих пилотов столкновение между Шайдером и Мюллером. Вот так вот. Похоже, что Тима Шайдер не пережил этого удара, щелчка по носу со стороны Ника Мюллера. Хотя нет, у него был контакт с Робертом Уикенсом. И Уикенс здесь, посмотрите, элегантным таким движением выбил, как в Кегельбане, сразу две Ауди. Сначала он подтолкнул Тима Шайдера, и машину того в первом повороте бросила здесь на вершину поворота, на апекс. И тут Тима Шайдер уже повстречался с Ником Мюллером, который не подозревал ни о чем таком, конечно же. Вот так вот здесь два пилота Audi разворачиваются. Эрнст Мозер, руководитель команды Феникс, конечно же, не может быть доволен этой ситуацией. Но я думаю, что вот здесь Мерседесу будет совершенно бесполезно и не нужно спорить с судьями. Я думаю, что штраф ждет Роберта Уикенса. В этой ситуации, конечно же, он был безусловно виновен. Но так или иначе, пока он не оштрафован, именно Роберт Уикенс становится лидером той группы, которая сейчас ведет эту гонку на жестких шинах. На 10-й Роберт Уикенс, и проблемы здесь серьезнейшие у Тима Шайдера. Посмотрите, как серьезно повреждена боковая часть его машины. Даже дверь водительская здесь открывается. Ну и с такими повреждениями, конечно же, гонку продолжить ему не удастся. Возвращается на пит-лейн сейчас двукратный чемпион серии ДТМ, который был очень доволен своим выступлением на предыдущем этапе в Шпильберге, где он финишировал на 5-м месте, став лучшим из пилотов Audi. И здесь квалификация хорошо сложилась для немца. Но в итоге Роберт Уикенс был иного мнения. И вот еще раз повтор этого противоречивого эпизода. Но я думаю, что все-таки канадский пилот Мерседеса получит наказание. Ну а два гонщика Audi потеряли сначала ряд позиций. Тима Шайдер и вовсе теряет шансы в этой гонке. Он выбывает из борьбы. Таким образом, у нас уже три пилота сходят с дистанции. И все три этих пилота выступают
точнее выступали в этой гонке за Audi. Это Матиас Экстрем, Мигель Малина и вот теперь Тима Шайдер. На ваших экранах повтор старта. Здесь в борьбе за второе место Майку Рокенфиллеру с более чистой траекторией удалось опередить Эдуарда Мартару. Далее произошел контакт между двумя пилотами Audi, Мигелем Малиной и Джейми Грином, после чего как раз машина Малины получила повреждение. Позади здесь Петров боролся с Гэри Паффитом. Еще раз давайте посмотрим с другой точки. Вот опять же мы видим, летят обломки от машины Джейми Грина. Элементы аэродинамического обвеса. Ну и Штефан Райхель на ваших экранах. И Йенс Марквардт также в BMW могут быть довольны, потому что многие опасались или предрекали, что ли, что здесь в Audi камня на камне не оставят от Марко Витмана, которому в одиночку приходилось отбивать лидерство. Но на самом деле очень здорово здесь действовал, как мы видим, из машины Майка Рокенфиллера. Витман ошибок не допустил, а тем временем Джейми Грин теряет еще позиции. Аугусто Фарфус и Максим Мартен, два пилота BMW, опережают британца на Audi. Серьезнейшие проблемы у Джейми Грина в его юбилейной сотой гонке. Другой юбиляр Бруно Спенглер, который тоже проводит сотую гонку в ДТМ, чемпион 2012 года, сейчас идет на 12-й позиции, но Спенглер в этой гонке стартовал на жестких шинах, так что потрясающего, какого-то феноменального темпа от него в первой части гонки мы и не ждем. Сейчас в группе пилотов, которые едут на жестких шинах, он занимает третье место позади Уикенса и своего партнера по команде Шницер Мартина Томчика. А вот Джейми Грин на мягкой резине, но он теряет одну позицию за другой. Сейчас его уже догоняет Кристиан Феторис. Джейми Грин на восьмом месте. Давайте посмотрим, как его атаковали Аугусто Фарфус и Максим Мартен. Ох, жесткая борьба была между бразильцем и британцем, вплоть до контакта и искр. И в итоге здесь Аугусто Фарфус, один из самых приятных персонажей в паддоке ДТМ, обаятельный человек с мягким характером, сумел опередить жестко достаточно Джейми Грина. Но все меняется, когда Аугусто Фарфус надевает шлем и выходит на трассу. Здесь он не оставляет шансов своим соперникам. Ну и теперь Джейми Грин здесь вынужден обороняться от атак Кристиана Феториса. Феторис сейчас на 9-й позиции. Десятку замыкает его партнер по команде ХВА. Еще один пилот Мерседеса Роберт Уикенс. Но опять же не исключено, что Уикенс получит наказание. Но судьи сейчас проанализируют повторы. Может быть, там слишком рано тормозил Тима Шайдера. И в общем-то просто некуда было деваться Роберту Уикенсу. Посмотрим в любом случае, какое решение вынесут судьи этой гонки. Впереди по-прежнему Марко Витман лидирует. И сейчас уверенное преимущество Уитмана. А здесь проблема у Ника Мюллера. Тоже, по всей видимости, последствия его контакта с Тимом Шайдером, которого вынесло на швейцарца после удара от Роберта Уикенса. И четвертый Audi выбывает из борьбы. Так что уже половину своего состава ингольштадцы потеряли. Здесь Джой Хэнд, американский пилот BMW, атаковал Ника Мюллера. И все, для швейцарца эта гонка заканчивается. Давайте послушаем Тима Шайдера и его взгляд на эту ситуацию. Я закрывал свою траекторию, а здесь борьба, Джейми Грин контратакует Фарфуса. Шайдер рассказывает, что я закрывал траекторию перед Робертом, но он немного ошибся на торможении. Контакт! Джейми Грин выносит Аугусто Фарфуса! Вот это да! Настоящие дорожные войны здесь у нас на Нюрнбург-ринге. Сначала Глок и Экстрем, затем Глок и Паффет, теперь Фарфус и Грин. Еще один интереснейший эпизод, противоречивый в этой гонке. Еще Уикенс и Шайдер не забываем. Давайте посмотрим, как это было. Здесь контакт. И в итоге, не сбавляя скорость, здесь Джейми Грин уже решил просто-напросто вынести Аугусто Фарфуса. Я думаю, что судьям будет что разбирать, как по ходу этой гонки, так и после финиша. Но здесь, может быть, и Фарфус на самом деле тоже изначально немного переборщил, потому что на позднем торможении он пытался здесь контратаковать Джейми Грина. Вот, посмотрите, сначала он пытался закрыть ему траекторию, был первый контакт, и затем вот здесь тоже весьма жесткая между ними борьба вплоть до контакта, и в итоге Джейми Грин выносит Аугусто Фарфуса, и все это играет на руку кому? Кристиану Феторису, который разом выигрывает две позиции. Таким образом, Феторис перемещается на седьмую позицию. Фарфус, несмотря на эту стычку с Грином, продолжает гонку. Но теперь Аугусто, бразильский гонщик, откатывается вглубь пелотона. А Виталий Петров уже на 11 месте. Я думаю, что эту гонку Виталия Петрова можно, безусловно, назвать самой сильной для него в нынешнем сезоне, в его дебютном сезоне в ДТМ. Ну и уже после австрийского этапа Петров говорил о том, что
гораздо увереннее теперь себя чувствует за рулем машины. Доволен он балансом автомобиля. Наконец, команде сумели определиться с правильным направлением по поиску настроек. И надеялся, здесь, на Нюрбургринге, он продолжит в том же направлении. Квалификация сложилась не просто для Петрова. 21-я позиция, хотя, возможно, было и больше. Возможно, было даже попадание во второй сегмент, потому что первая часть квалификации проходила на подсыхающем асфальте. Но на своем решающем быстром круге небольшую помарку допустил уроженец Выборга. Но вот сейчас на мягких шинах Петров очень хорош. Он уже 10-й. Виталий Петров на 10-й позиции. В десятке ему уже приходилось быть по ходу гонок в нынешнем сезоне, в частности в Ошеслебене, но там это было связано с погодными условиями, скорее с тем, что была чехарда с пит-стопами. Своими усилиями Петров, несмотря на ошибку, а мы помним, что у него в начале этой гонки был разворот, выходит на 10-е место. Аугусто Фарфус откатывается после контакта с Джейми Грином на 15-е место. Давайте посмотрим, что произошло здесь. Даниэль Хунканделя пропускает Пола Ди Ресто. Возможно, увидели по телеметрии, в целом по темпу на капитанском мостике Мерседеса, что Пол Ди Ресто быстрее, и попросили Даниэля Хунканделю пропустить чемпиона 2010 года, который в этом году вернулся в Мерседес в ДТМ после трех сезонов в Формуле-1. Пол Ди Ресто таким образом перемещается на четвертое место и теперь пытается броситься в погоню за Витманом, Рокенфеллером и Мартарой, за тройкой лидеров этой гонки. Ну, а вот и Джейми Грин на ваших экранах, он тоже потерял позиции. А Виталий Петров догоняет Мартина Томчика. Виталий Петров атакует чемпиона 2011 года и на торможении перед первым поворотом здесь опережает пилота команды Шницер на BMW. Томчик на жесткой резине, Петров на мягкой, контакт был между ними. Томчик не сдается, хотя сейчас у него есть определенный балласт как раз из-за шин. Он на жестких, более медленных шинах. Петров сейчас на первом отрезке и на мягкой резине. Но Петров здесь не дрогнул против столь опытного бойца. Давайте еще раз посмотрим повтор этого сражения. Вот здесь Петров проходит Томчика. Тот пытается перекрестить траектории. Легкий контакт происходит между Мерседесом и BMW. Затем внутрь ныряет Мартин Томчик перед вторым поворотом. Но не удается ему воспользоваться этой траекторией, чтобы оставить россиянина снова позади. Так, Виталий Петров уже на 9-м месте. Впереди него все теперь пилоты также едут на мягкой резине. Ну и последний пилот в пилотоне сейчас, который на мягкой резине, это Аугусто Фарфус после своей стычки с Джейми Грином. Грин остался на 8-й позиции. Фарфус сейчас 13-й, но явно его машина, по всей видимости, повреждений не получила. И Фарфус сейчас догоняет здесь Роберта Уикенса и Бруно Спенгера. Уикенс так и не получил никаких, по всей видимости, штрафных санкций от судей. Ну и учитывая то, что уже прошло какое-то количество времени после его контакта с Тимом Шайдером, по всей видимости, оштрафован Роберт Уикенс второй раз подряд не будет. Ну, может быть, вот таким вот образом судьи своего рода приносят, может быть, извинения перед Робертом Уикенсом за спорное решение, вынесенное на предыдущем этапе, которое стоило, возможно, победы канадскому пилоту Мерседеса в Шпильберге. Ну, а здесь Аугусто Фарфус в первом повороте опережает Бруно Спенгера. На всех BMW на этой гонке специальные такие траурные наклейки в память о Дитере Ламе, который в последние годы отвечал за техническую сторону процесса в команде Шницер и также за логистику. Конечно же, это большой удар для Чарли Лама, для его брата, для руководителя этой знаменитой гоночной конюшни, пожалуй, самой знаменитой команды в кузовных гонках, которая добивалась успеха и в мировом туринге, и в ДТМ, причем в разные эпохи, и в начале 90-х, и вот сейчас уже в современном чемпионате ДТМ. Также и в Лимане побеждала эта команда, и в формульных соревнованиях весьма неплохо в свое время выступала. Но пилот BMW сейчас лидирует по-прежнему, это Марко Витман, и он стабильно быстрее своих ближайших преследователей. Уже 3 секунды Витман выигрывает у Рокенфеллера. Эдуардо Мартара по-прежнему на третьей позиции. К нему начинает сейчас подбираться Пол Ди Ресто. Последний круг Ди Ресто прошел на 0,4 секунды быстрее, чем Эдуардо Мартара, и на 0,3 быстрее, чем Майк Рокенфеллер. Я вам более того скажу, сейчас темп Пола Ди Ресто вполне сопоставим с темпом лидера этой гонки Марка Витмана. Ну а Тима Шайдер вместе со своей подругой вынужден наблюдать за этой гонкой уже из боксов по монитору. Так вот, Ди Ресто сейчас едет примерно в том же темпе, что и Марко Витман. На последнем круге он уступил, например, лидеру этой гонки всего лишь 2000 секунды, а Фарфус уже впереди Уикенса здесь. Аугусто Фарфус возвращается после своего столкновения с Джейми Грином и, опередив на предыдущем круге Бруно Спенгера, теперь бразильский пилот также обходит и Роберта Уикенса на Мерседесе. Благодаря этому Фарфус поднимается на 11-ю позицию, и теперь перед ним Мартин Томчик, он на жесткой резине, поэтому Томчика должен, по идее, Фарфус
догнать достаточно быстро. У нас уже на следующем круге откроется окно для пит-стопов. Я напомню, что в этом году по регламенту каждый пилот должен совершить одну остановку в боксах для замены всех четырех кругов. Причем эта обязательная остановка должна пройти строго во второй третьей гонке. Вторая треть гонки здесь на Нюрбургринге с 16 по 33 круги. Поэтому сейчас пилоты, завершая 16 круг, как раз открывают окно для пит-стопов. Но, безусловно, те гонщики, которые сейчас на мягкой резине, они попробуют использовать более быстрый тип шин по максимуму. Максимум это 23 круга по правилам. Те же, кто стартовал на жесткой резине, подсчитают так, чтобы, соответственно, максимальную дистанцию во второй части этой гонки пройти на мягкой резине. Ну, от 49, если мы отнимем 23, то получим 24 круга. Соответственно, думается, что пилоты, которые сейчас на жесткой резине, они будут заезжать на свой пит-стоп где-то как раз, конечно, 26 кругов, где-то как раз в районе 26 кругов. Они попробуют пройти на жестких шинах, чтобы затем уже по максимуму использовать преимущество мягкой резины во второй части этой гонки. Вот здесь борьба между Бруно Спенглером и Паскалем Верляйном. Это сражение за 13-ю позицию между проводящим свою сотую гонку в ДТМ канадцем и Паскалем Верляйном, самым молодым участником чемпионата. Если говорить сейчас как раз о двух группах, тех, кто едут на мягкой резине, это первая девятка плюс Фарфус на 11 месте. Ну а лучший из пилотов на жестких шинах это Мартин Томчик. Сейчас он на 10 месте, но он проигрывает Марка Витману уже более 40 секунд. Это большое отставание. А Пол Ди Ресто догоняет Эдуарда Мартару. Борьба за третье место между итальянцем и шотландцем на Ауди и Мерседесе соответственно. Пол Ди Ресто попробовал первую атаку в первом повороте этой трассы. Не получилось. Здесь продолжается сражение между двумя этими пилотами в так называемой Мерседес-арене. В этой техничной части трассы в Мерседесе опасались, что именно здесь будут большие проблемы у их автомобилей. Но, в общем-то, явно прогресс намечается в Мерседесе. И с настройками разбираются. Наверняка какие-то новинки постепенно уже внедряются на автомобилях. Хотя еще раз отмечу, что главный пакет новинок, полное обновление в Мерседесе готовит к двум финальным этапам нынешнего сезона, которые пройдут в голландском Занфорте и на немецком Хокенхайм-ринге осенью. Но так или иначе, прогресс все-таки налицо. И мы видим, что здесь Пол Ди Ресто сейчас атакует Эдуарду Мартара. Но еще нужно учитывать то, что все-таки у пилотов Мерседеса есть преимущество по массе автомобилей за счет сложного начала сезона и неудачных выступлений на предыдущих гонках, несмотря на две победы, добытые Кристианом Фиторисом и Робертом Уикенсом в дождевых условиях в Ошеслебене и Нюрнберге. Соответственно, все-таки у Мерседеса здесь легче машины, как раз в соответствии с правилами весового гандикапа. И вот разница, например, между машиной Пола Ди Ресто и лидера этой гонки составляет 30 килограммов. У Ди Ресто машина весит 1110 килограммов, ну а у Марка Витмана тонну и 130 килограммов. Но сейчас застревает Пол Ди Ресто позади Эдуарда Мартары. Тот явно сдерживает шотландца. Это позволяет сейчас Витману и Рокенфеллеру отрываться. Между делом отрыв двух немцев сейчас составляет... Отрыв между двумя немцами составляет 3,5 секунды. Витман по-прежнему быстрее Рокки. Ну а здесь Аугусто Фарфус на мягкой резине догоняет Мартина Томчика. Нам напомнили о том, что окно для пит-стопов открыто. Но опять же повторю, что раньше 23-го круга дистанции, скорее всего, нам не стоит ждать массовых, по крайней мере, остановок. Потому что те пилоты, которые сейчас едут на мягкой резине, это первые 9 гонщиков, включая Виталия Петрова, как раз который эту девятку замыкает, и плюс Аугусто Фарфус, который сейчас борется с Томчиком за 10 место, они по максимуму попробуют использовать мягкие шины. Ну, а еще раз отмечу, что по правилам максимальная дистанция, которую можно пройти на так называемой опциональной, более быстрой резине, это 23 круга. Витман продолжает лидировать в этой гонке, при том, что его ближайший соперник в чемпионате Матиас Экстрем из борьбы уже выбыл. И, конечно же, Марко Витман в этом году очень хорош. Безусловно, в команде RMG удалось найти какие-то волшебные
настройки для новой BMW M4 DTM. Такие настройки, которые, кстати говоря, не удалось, по всей видимости, найти в других гоночных коллективах баварского концерна из Мюнхена, потому что вот столь здорово на протяжении всего этого сезона, даже несмотря на весовые гандикапы, даже несмотря на различные погодные условия, различные типы трасс, так сильно в BMW выступает только Марко Витман из команды RMG. И его преимущество в чемпионате могло быть еще больше. Вы вспомните, у него была проблема, у него был нулевой результат в большей степени после ошибки и технических проблем. Ника Мюллер рассказывает: я, насколько сумел увидеть Шайдера, подпихнул Роберт Уиккинс, и он просто налетел на меня. Аугусто Фарфус тем временем на пит-стопе. Очень обидно, потому что я возглавлял как раз группу пилотов, которая была на стандартной жесткой резине. И, конечно же, это очень обидная ситуация. Но мне некуда было деваться, и избежать я этого не мог. Аугусто Фарфус первым открыл плановые пит-стопы в этой гонке. Аугусто Фарфус, который начинал гонку на мягких шинах, сейчас свой отрезок на опциональной резине заканчивает, переходит на жесткие шины, и Фарфус откатывается после своего пит-стопа на 19 место. 20 кругов уже позади, так что вот в ближайшее время, как раз в ближайшие 3 круга, стоит ждать остановок от тех пилотов, которые едут как раз на мягких шинах. Это сейчас первые 9 пилотов, и я еще раз отмечу, что на 9-м месте идет Виталий Петров, который очень сильно выглядит в этой гонке. Ну и на мягкой резине мерседесовцы в целом очень хороши. Мы видим, что Диреста борется за 3-е место с Мартарой, непосредственно позади шотландца его партнер по концерну трех лучей испанец Даниэль Хунканделья, который подтверждает в целом хорошую форму команды. Кадели 5-й, Петров 9-й. Ну вот здесь еще вопрос, как пилоты Мерседеса будут чувствовать себя на жесткой резине, потому что в нынешнем сезоне неоднократно было так, что именно на жестких шинах у пилотов Мерседеса возникали серьезные проблемы в гоночных условиях. А здесь у нас борьба. Бруно Спангер атакует Роберта Уиккинса. Это борьба за 11-ю позицию. Группа пилотов на жестких шинах по-прежнему возглавляет Мартин Томчик, но он уже почти в 50 секундах от лидера этой гонки, от Марко Витмана. Так что вот это решение стартовать на жестких шинах, скорее всего, в очередной раз себя не оправдает. Но посмотрим. У Мартина Томчика, как и у его преследователей сейчас в пилотоне, будет преимущество во второй части этой гонки, когда эти пилоты перейдут на мягкую резину, и они будут уже быстрее своих соперников впереди. Тем временем один пит-стоп за другим. Даниэль Хунканделья на Мерседесе и Максим Мартен, победитель российского этапа на Moscow Raceway, на BMW сейчас сворачивают на свои пит-стопы. Эти гонщики также сейчас меняют мягкие шины на жесткие. И Джейми Грин тоже на этом круге останавливается. Максим Мартен покидает расположение команды RMG, проводящей здесь на Нюрбургринге домашнюю гонку. Очень быстрая остановка у механиков Мюки. Менее 3 секунд понадобилось им для того, чтобы заменить все 4 колеса на машине испанского пилота Даниэля Хунканделья. Хунканделья возвращается обратно на трассу. При этом он остается впереди Виталия Петрова, так же, как и Максим Мартен, при том, что Петрову еще предстоит пит-стоп. У Джейми Грина сейчас тоже прошла остановка. Джейми Грин, который не очень сильно провел первый отрезок этой гонки на мягкой резине, потерял он ряд позиций, как мы помним, сейчас возвращается на трассу на 10-м месте. Впереди вот этой плотной группы, где Бруно Спенглер продолжает наседать на Роберта Уиккинса. Позади самого Спенглера здесь Паскаль Верлейн и далее Адриан Тамбе. Вот 4 темные машины здесь сражаются на Нюрбургринге. Тучи, над которым постепенно сгущаются, но по-прежнему гонка у нас продолжается в сухом режиме. Лидер этой гонки, лидер чемпионата, блестящий Марко Витман, который уверенными шагами идет к чемпионскому титулу, сейчас на своем обязательном пит-стопе. В лидеры таким образом у нас переходит Майк Рокенфеллер, но ему пит-стоп еще предстоит. Четкая работа здесь механиков команды RMG, и Марко Витман возвращается обратно на трассу. Посмотрим, где он окажется после своего пит-стопа. Также Кристиан Фиторис на этом круге останавливается. Ну, а немецкий пилот BMW возвращается обратно на трассу на 4-м месте. Так что он пропустил только 3 гонщиков. Рокенфеллера, Мартару, оба из Audi, и Диресту из Мерседеса. Но этому трио еще предстоит заезжать на пит-стопы. Сейчас на ваших экранах работа механиков команды Хавай. Здесь заминка у Кристиана Фиториса. Какая досада для немецкого пилота Мерседеса. Теряет он важные секунды. Сейчас возвращается на трассу. Позади он Максима Мартена. Но впереди
Мартина Томчика. Виталий Петров останавливается сейчас на этом круге. Вот там вы могли сейчас заметить на питлине красный Мерседес Петрова, который подрулил к механикам команды Петера Мюки. А здесь атака Паскаля Верляйна на Бруно Спрингера и самого Верляйна. По внешнему радиусу пытается здесь отковать Адриан Тамбе, но в итоге перестановок в этой группе не происходит. Виталий Петров сейчас, в свою очередь, переходит с мягкой резины на жесткую. Непростое было начало сезона у Виталия Петрова, но, в общем, никто не ожидал здесь легкой жизни для выборгского пилота. Ясно было, что будет непросто, особенно учитывая ограничения на тесты, ограниченный формат гоночных уикендов. Ну а сейчас у нас на 23-м круге, по максимуму использовав преимущество мягкой резины, на пит-стоп сворачивает Рокенфеллер Мартара и Диреста. Команда «Феникс», для нее, как и для РМГ, это тоже домашняя арена. База находится буквально через дорогу от гоночного кольца. Итак, Рокенфеллер возвращается обратно на трассу. Диреста только подъезжает сейчас к своим механикам. И Марко Витман возвращается на первую позицию. Рокенфеллер на втором месте. Эдуардо Мартара, как и был, третий. Диреста следом за ним на четвертом месте. И здесь Даниэль Кунгаделя, может быть, сумеет побороться со своим партнером по «Мерседесу». У него уже прикатный комплект резины. Далее Максим Мартен шестой. Кристиан Фиторис на седьмой позиции. Мартин Томчик на восьмом месте. Он тоже на жесткой резине, но ему еще предстоит перейти на мягкие шины. Томчик еще на своем пит-стопе не побывал. И свой пит-стоп совершит в ближайшие 3-4 круга. Ну а здесь борьба между Мартином Томчиком на BMW, как раз и Джейми Грином на Audi. У Грина явно гораздо лучшая ситуация на жестких шинах, но плюс у Томчика эта резина уже изношена. Он на ней прошел 23 круга, в то время как Джейми Грин получил свой свежий комплект совсем недавно. И здесь Джейми Грин опережает сейчас Мартина Томчика в сражении за восьмое место. Британский гонщик Audi перемещается на восьмую позицию. Еще раз отмечу, что максимальная дистанция, которую можно использовать мягкие шины, 23 круга составляет. Поэтому сейчас Томчик, даже, может быть, если у него проблемы с износом, не может заехать в боксы, ибо тогда ему придется исчерпать вот этот лимит по использованию мягкой резины. Ну и, соответственно, получить за это наказание уже после финиша гонки. Ну а здесь повтор того, как в Мерседес-арене пилот Audi Джейми Грин опередил гонщика BMW Мартина Томчика в споре за восьмую позицию. Итак, после пит-стопов лидеров у нас возвращается прежнее привычное положение. Марко Витман лидирует на 2,5 секунды, опережая Майка Рокенфеллера. Эдуардо Мартара дополняет первую тройку. Диреста четвертый. Снова здесь он сейчас будет пытаться уже на жестких шинах догнать Мартару, выйти на дистанцию атаки. Даниэль Кунгаделя очень уверенно проводит эту гонку. Держится в том же темпе, что и Эдо с Диреста. И идет на пятой позиции Даниэль Кунгаделя. Максим Мартин, его ближайший соперник, пока что позади даже не виден. Смотрим, куда вернулся после своего пит-стопа Виталий Петров. Он сейчас в конце пелотона, но призываю не расстраиваться сразу поклонникам таланта российского пилота. На 18 месте сейчас Петров, но перед ним целая группа пилотов, начиная с Мартина Томчика, который идет на 9 месте, которые еще не останавливались. Они перейдут с жестких шин на мягкие. Скорее всего, Виталий Петров всю эту группу сумеет опередить, и доли вероятности можно сказать, что Виталий Петров вернется в первую десятку, но вот затем ему будет, конечно же, непросто, потому что у его преследователей будет преимущество мягкой резины, более быстрой во второй части этой гонки. Сейчас мы с вами ровно на экваторе дистанции. Изначально как раз в регламенте перед этим чемпионатом говорилось, что мягкую резину можно использовать не более чем на 50% дистанции, но перед третьим этапом нынешнего первенства на Хунгароринге под Будапештом была внесена корректировка в этот пункт регламента, и организаторы серии опубликовали количество кругов для каждой конкретной трассы, на которых можно использовать мягкую резину. Это чуть менее половины дистанции. Вот здесь на Нюрбургринге это 23 круга. И вот посмотрите сейчас, как раз когда пилоты завершают уже 26-й круг дистанции, пилоты, стартовавшие на жесткой резине, сворачивают на питлейн. Здесь у нас снова будет очень жарко. Так же, как и в Шпильберге, целая группа пилотов, в том числе, которая плотно между собой боролась. В частности, Тамбе и Верляйн. Также Антонио Феликс да Кошта. Еще один дебютант нынешнего сезона. И вот ситуация, посмотрите, о которой, кстати говоря, вот здесь и договаривались. Посмотрите, Джой Хэнд, американец, оставляет здесь пространство для Антонио Феликса да Кошты на питлейне, хотя они параллельно двигались по питлейну. Так что вот это
правила, о котором договорились судьи и ассоциация гонщиков ДТМ, сейчас в лучшем виде была на ваших экранах. Итак, Верляйн, Дакошта, Хэнт и Тамбе сейчас уже переходят на мягкую резину, которую будут использовать по максимуму до самого финиша. Вот повтор крупным планом этого эпизода. Посмотрите, Дакошта едет здесь по питлейну. Хэнт возвращается перед ним, но оставляет ему пространство. То, чего не сделал в отношении с Тима Глоком на предыдущем этапе в Австрии как раз Роберт Уиггинс, за что со стороны судей и получил наказание. Так что вот с этой точки зрения, может быть, оно выглядит вполне и оправданным. Потому что похожий случай, который случился за спинами у Глока Уиккинса на том же круге в Шпильберге между Верляйном и Витманом. Там все изначально выглядело опаснее, даже контакт произошел между двумя машинами. Но Верляйн, вовремя заметив своего пилота, пододвинулся, оставил тому пространство, и Витман в итоге сумел выиграть на эту позицию. Итак, Мартин Томчик сейчас, именно он возглавлял пилотон пилотов на жестких шинах. Сейчас он получает мягкий комплект, так же как Тима Глок и Роберт Уиккинс на этом круге. Сейчас Виталий Петров, посмотрим, сумеет ли он опередить Мартина Томчика. Фарфус проносится мимо сейчас. Фарфус первым останавливался в боксе. Петров на 11 месте. Да, Петров опережает сейчас и Фарфуса, и Томчика. И перед ним еще два пилота, которые в боксы не заезжали. Это Бруно Спенгер и Гэри Паффет. Их Виталий Петров тоже должен будет опередить. Так что россиянин вернется в очковую десятку. Но на последних кругах ему будет непросто сопротивляться пилотам, которые теперь на более быстрой мягкой резине. Нужно это учитывать. Но посмотрим. Марко Витман, возвращаемся мы к лидеру этой гонки. Безупречный пилотаж со стороны Марко Витмана, так же, как и во многих других гонках этого сезона. Я напомню, что на счету Марко Витмана уже 3 победы. Он открыл нынешний сезон с Виктории на Хокенхайм-ринге, затем повторил это достижение на венгерском Хунгара-ринге на 3-м этапе нынешнего сезона. И также выиграл не без помощи своих партнеров по BMW, Фарфуса, Томчика и Глока. Предыдущий этап в Австрии. 3 победы у Витмана, при том, что ни один другой пилот не может похвастать более чем 1 победой в нынешнем сезоне. И вообще этот чемпионат складывается очень интересно, потому что я уже говорил в начале нашей трансляции, что ни один из великолепной семерки, так называемый, ни один из 7 пилотов ДТМ, которые уже становились чемпионами, в этом году не выиграл ни одной гонки. Это касается в том числе и Бруно Спенгера, который сейчас совершает свой обязательный пит-стоп на этом круге, так же, как и другой чемпион, обладатель титула 2005 года, Гэри Паффет из Мерседеса. Виталий Петров проходит сейчас двух этих пилотов, и россиянин возвращается на 9-ю позицию в реальных условиях. Но он сейчас на... в то время, как его преследователи, за исключением Аугусто Фарфуса, который идет на 10 месте, тоже на жестких шинах. Все остальные сейчас гонщики за спиной у россиянина переходят на мягкие, более быстрые шины. До финиша этой гонки еще остается 21 круг. И, конечно же, Петрову будет непросто. Тем более, что Томчик проигрывает уже сейчас. Ему всего лишь 3 секунды. Петрову будет непросто удержаться в первой десятке. Но посмотрим. Мартин Томчик догоняет здесь Аугусто Фарфуса. Вот как раз разница между двумя пилотами BMW. Один на жестких шинах — это Фарфус. И Мартин Томчик на мягкой резине. И здесь Мартин Томчик атакует и проходит Аугусто Фарфуса в борьбе за 10 место. Так что сейчас бразилец откатывается на 11-ю строчку. Обстоятельное интервью с Аугусто Фарфусом, кстати, можете прочитать на русскоязычной версии сайта «Автоспорт», информационного партнера нашего канала. Ну и здесь повтор того, как перед шиканой Мартин Томчик сумел опередить Аугусто Фарфуса. Мартин Томчик выходит на 10-ю позицию. От Марко Витмана, лидера этой гонки, он отстает на 55 секунд. Здесь, конечно же, вот это отставание Томчику вряд ли удастся отыграть. Но кого на мягких шинах он может опередить? Виталия Петрова. К сожалению, для российских поклонников автоспорта, вот Джейми Грин, который идет на 8-м месте сейчас перед Петровым, он выигрывает 25 секунд у Томчика. Вот здесь далеко не факт, что эти 25 секунд удастся Томчику ликвидировать. Так что мы видим, что все-таки более правильным решением, ну, по крайней мере, в числе лидеров, было стартовать на мягких шинах по традиции, чтобы использовать преимущество и свободной трассы, быстрой, и мягкой резины. Марко Витман выигрывает снова уже более 3 секунд сейчас у Майка Рокенфиллера. Здесь Рокки не может пока что броситься в погоню за
Марко Витманом. В частности, на последнем круге он ему 0,3 секунды практически уступил. Ну и вот сейчас борьба капитанских мостиков. Также Эрс Мозер сначала был на экранах, руководитель команды «Феникс». И это Штефан Райнхольд, руководитель коллектива RMG. Любопытно, что опять же для обеих этих гоночных команд это домашний этап. Итак, Томчик догоняет Петрова. Напомню, что это второй раунд борьбы между ними. Но ситуация теперь обратная. Если несколькими кругами ранее Петров на мягкой резине сумел пройти Томчика на жестких шинах, то теперь они поменялись ролями. Теперь Томчик догоняет Петрова. И уже немец едет на мягких, более быстрых шинах. И здесь пробует атаку перед первым поворотом. Но недостаточно был близок. Томчик, тем не менее, здесь на выходе из поворота кастроли он без особого труда опережает Виталия Петрова. Мы видим, насколько действительно велика разница между жесткой и мягкой резиной. Но давайте, например, сравним по темпу. Мартин Томчик сейчас круги проходит за 1:24.3. В то время как у Петрова последний круг был 1:26.1. То есть разница почти 2 секунды. Но при этом стоит отметить, что, например, лидеры едут немногим медленнее, чем сейчас Мартин Томчик. При том, что лидеры у нас перешли на жесткие шины. Но, правда, это может быть обусловлено тем, что Томчику сначала Фарфуса приходилось атаковать, теперь Петрова. На этом он терял, конечно, какое-то количество времени. Может быть, сейчас, получив чистое пространство перед собой, немецкий пилот команды Шницер сумеет по полной использовать преимущество мягкой резины и попробует догнать следующего соперника Джейми Грина. Давайте посмотрим, что здесь было на пит-стопе у Пола Диресте. Заминка была у Кристиана Фиториса, мы помним. Ну а здесь может быть просто красивый повтор. Да, по всей видимости, это так. Режиссер трансляции балует нас сейчас повторами прошедших пит-стопов. Это Антонио Феликс да Кошта на BMW, португальский дебютант нынешнего сезона, который здесь покидал пит-лейн бок о бок с Джоем Хендом. Но это пит-стоп Аугусто Фарфуса. Бразилец, вице-чемпион прошлого года, открыл как раз волну пит-стопов. Джейми Грин на своей остановке. Пилот команды Росберг. Сотая гонка для него здесь. Ну и вот здесь плотная группа. И вот сейчас нам, скорее всего, опять покажут то, как Джой Хэнд здесь покидал кобок с Антонио Феликсом да Кошты. Нет, этот эпизод нам не повторили, но я думаю, что вы его прекрасно помните. Марко Витман продолжает наращивать свое преимущество над Майком Рокенфеллером. Витман был быстрее своих соперников и на мягкой резине, и на жесткой тоже ему равных нет. И это в очередной раз подтверждает, насколько сбалансированные настройки удалось найти Марко Витману, его гоночному инженеру, его команде в нынешнем сезоне. Будь то мягкий комплект резины, будь то жесткий, разные трассы, разные условия, Витман всегда быстро. И сейчас он на каждом круге по 0,3 секунды примерно отыгрывает у Майка Рокенфеллера. И разрыв между двумя лидерами достигает уже без малого 4 секунд. А вот здесь у нас очень плотная группа. Фарфус мучается на жестких шинах. И его догоняет целая группа пилотов. Здесь во главе с Робертом Уикенсом и Антонио Феликсом да Кошты. Также в этой группе и Адриан Тамбе сейчас находится. Паскаль Верляйн уже, кстати говоря, сумел пройти Фарфуса. Верляйн сейчас на 11 месте. Верляйн бросается в погоню за Петровым. Ну и в последнем повороте здесь мы видим, как Уикенс тоже без особого труда опережает Аугусто Фарфуса. И тут же поравнялся с бразильцем Антонио Феликс да Кошта. И посмотрите, между ними потрясающий маневр Адриана Тамбе. Но да Кошта ему не оставляет пространство в первом повороте. Пытается защитить свою позицию. Тамбе не остается. Еще один контакт между BMW и Audi. И Адриан Тамбе все-таки опережает португальского пилота. Очень красивый маневр со стороны молодого французского гонщика. Но да Кошта не сдается. Здесь в Мерседес-арене он пробует контратаковать Адриана Тамбе. Но тот закрывает ему внутреннюю траекторию и остается впереди. Таким образом, Адриан Тамбе сейчас перемещается на 13-ю позицию. Да Кошта, тем не менее, не теряет надежды здесь вновь опередить Адриана Тамбе. Ну а Кристиан Фиторис догоняет Максима Мартена. Причем это борьба в равных условиях. Оба пилота на жестких шинах сейчас. И пилот Мерседеса здесь быстрее, чем гонщик BMW. Но разница в массе автомобилей существенная. Ну это только, в общем, в лишний раз нас заставляет поразиться. Самой тяжелой машине в пелотоне сейчас лидирует и отрывается от своих соперников, при том, что второй гонщик BMW в этой гонке, Максим Мартен, его партнер по команде RMG, сейчас сдает шестую позицию, пропуская вперед Кристиана Фиториса. Фиторис теперь шестой, Мартен седьмой. В первой десятке у нас только три BMW, Томчик и Мартен на 9-й и 7-й позициях, соответственно. Ну а Марко Витман, естественно, лидирует по-прежнему. Здесь мы видим, как Бруно Спенгер сумел опередить Антонио Феликса да Кошту, воспользовавшись всей этой ситуацией.
И теперь канадец бросается в погоню за Адрианом Тамбе. Ну а Дако что начинает атаковать Джой Хэнс, который уже прошел Аугусто Фарфуса. Фарфус откатывается на 17 место. Бразилец очень рассчитывал на то, что тот вектор в поисках настроек, который удалось нащупать. А Витман ошибается тем временем. Вот перехвалил я лидера этой гонки и чемпионата. Ошибается на торможении здесь Марко Витман перед шиканой. Заблокировал шины и вынужден был срезать Эску НГК. Но на лидерстве Витмана это не отразилось. И он сейчас уже более 4 секунд выигрывает у Майка Рокенфеллера. Ну вот из-за этой ошибочки он чуть-чуть потерял. Но в любом случае это 3 секунды и 9 десятых. Правда, немножечко испортил, конечно же, этим экстренным торможением и заблокированными шинами Витман этот комплект резины, на котором еще ему предстоит пройти 16 кругов в этой гонке. Посмотрим, может быть, это шанс для Майка Рокенфеллера. Последим за темпами двух лидеров этой гонки. Сейчас на ваших экранах действующий пока что чемпион серии ДТМ Майк Рокенфеллер. Но в турнирной таблице сейчас он идет только на 6 месте. 35 очков у него в активе против 95 у Марка Витмана. Так что разница в 60 очков, конечно же, уже практически лишила шансов Рокки защитить чемпионскую единичку на своей Ауди. Но при этом, вот, несмотря на гигантское преимущество Марка Витмана в турнирной таблице, а здесь борьба с участием Виталия Петрова. Петрова догоняет здесь Тамбе, Спенглер. Петров уже пропустил Уилькинса. И эту пару пилотов тоже Виталий Петров вынужден пропустить. Он на жестких шинах и ничего не может противопоставить на этом отрезке дистанции гонщикам, которые идут на мягкой резине. И контакт здесь между двумя дебютантами сезона. Да, Кошта немножко пододвинул здесь Виталия Петрова и тоже его проходит. Россиянин таким образом откатывается на 15-ю позицию. Но в любом случае, безусловно, стоит отметить, что прогресс налицо. И я думаю, что, безусловно, эту гонку можно назвать самой такой боевой, самой уверенный для Виталия Петрова. Боролся, атаковал он своих соперников и на мягких шинах постарался по максимуму использовать скорость своего Мерседеса и вышел было даже на 9 место. Но вот сейчас на жестких шинах тяжеловато Петрову. Он теперь 15-й. Готовится его атаковать теперь американец Джой Хэнс. Ну а далее также на мягких шинах еще два пилота. Это Глок и Паффет, которые после своей стычки в начале этой гонки так идут в глубине пелотона. И вот сейчас как раз они на ваших экранах. Здесь Глок и Паффет догоняют Аугусто Фарфуса. Он также, как и Петров, на жестких шинах. При этом между Петровым и Фарфусом, которые в равных условиях сейчас на трассе, отрыв 3 секунды составляет. Но Фарфус гораздо быстрее Петрова. Петрова явно темп на жестких шинах совсем никакой. Ну а здесь Глок в первом повороте опережает Аугусто Фарфуса. И на выходе уже из второго поворота также Фарфуса проходит и Гэри Паффет. Но бразилец так просто здесь не сдается. Уже в Мерседес-арене пробует бороться с чемпионом 2005 года, но все безуспешно. Паффет также оставляет Фарфуса позади. Таким образом, Фарфус откатывается на самую последнюю 18-ю позицию в этой гонке. Напомню, что 4 пилота из борьбы у нас выбыли. И это квартет гонщиков Audi: Мюллер, Шайдер, Малина и Экстрем. И, конечно же, самое главное с точки зрения борьбы в чемпионате — это сход Матиаса Экстрема, который, если гонка завершится так, как она идет в настоящий момент, может еще 25 очков уступить Марко Витману, ну и уступить, возможно, и вторую позицию. Я вот как раз начал об этом говорить, что несмотря на увереннейшее лидерство Марко Витмана в турнирной таблице, у него за спиной эта ситуация очень плотная, особенно начиная с третьей позиции. Судите сами, Бруно Спенглер, который сейчас занимает третью позицию, имеет в своем активе 42 очка. Эдуардо Мартара ему всего лишь один балл проигрывает. Еще в 5 очках позади идет Адриан Тамбе. Далее самому Тамбе 1 очко проигрывает Майк Рокенфеллер на 6 месте. И далее несколько пилотов, которые дополняют первую десятку, у которых одинаковая сумма баллов. Это Мартен, Фиторис и Фарфус. Но для Фарфуса, похоже, все закончено. Какие-то проблемы на его машине. И бразильский пилот сворачивает на свои BMW прямиком в гараж. Еще один сошедший пилот в этой гонке. И, увы, это Аугусто Фарфус. Я начал как раз говорить о том, что после российского этапа наметился прогресс. Фарфус признавал, что ему, в отличие, вот, например, от Витмана, как раз не удалось в этом году сразу приспособиться к новой BMW M4 DTM, поведение которой из-за новой подвески
новой внутренней аэродинамики и внешней, в общем-то, тоже серьезно изменилась и потребовала совершенно других настроек. Вот команде только к середине сезона сумели нащупать правильное направление, и прогресс действительно был заметен уже и на Moscow Raceway, и затем на Red Bull Ring, где Аугусто Фарфус финишировал впервые в нынешнем сезоне на подиуме, на втором месте уступив только Марко Витману, лидеру сборной BMW в нынешнем сезоне. Но вот здесь на Нюрбургринге Аугусто Фарфус, который год назад стартовал здесь первым и был на финише на подиуме. К сожалению, не повезло, он выбывает из борьбы. Таким образом, у нас 18 пилотов сейчас продолжают борьбу в этой гонке. Виталия Петрова догоняют сейчас Глок и Паффет. Ну и вот таким образом рискует Виталий Петров откатиться на последнюю позицию среди тех гонщиков, которые продолжают борьбу в этой гонке за 13 кругов до финиша. Глок и Паффет. Вот здесь продолжают они идти слетанные пары. У них было два жестких столкновения в этой гонке. Я думаю, что британец и Глок, участники ассоциации пилотов ДТМ, гонческого профсоюза, которые являются представителями BMW и Mercedes в этом профсоюзе, я думаю, будут жарко обсуждать этот эпизод после финиша. Итак, Глок позади Виталия Петрова. Приходилось эти пилоты между собой соперничать на трассах больших призов в Формуле-1, в том числе и здесь, на Нюрбургринге. Ну а вот теперь за рулем машин самой престижной кузовной серии Глок против Петрова. Петров так просто не сдается, легкий контакт, но в итоге пропускает он и желтую BMW Петрова, и синий Mercedes его партнера по концерну Гэри Паффета. Так что Виталий Петров, к сожалению, откатывается в итоге во второй части этой гонки с 9 позиции на 18. Давайте еще раз посмотрим красивый замедленный повтор этой борьбы. Вот легкий контакт. Петров не дал здесь легкой жизни Тима Глоку. Ну и сделал все, чтобы свою позицию отстоять. Но, конечно, это тяжело сделать на жестких шинах. Кстати, здесь, на Нюрбургринге, ассоциация гонщиков ДТМ вместе с организаторами чемпионата и немецким гоночным союзом, который отвечает за спортивный и технический регламент серии, обсуждали возможные изменения в правилах на следующий сезон, сезон 2015 года. Цель возможных изменений — сделать гонки еще более интересными для публики, еще улучшить качество шоу, спортивную составляющую, в том числе процесса. Ну и вот поговаривают, пока что это только слухи из паддока, что в следующем сезоне может быть отменено правило, когда пит-стоп нужно совершать в строгом окне. По регламенту нынешнего года каждый пилот должен совершить свою обязательную остановку в боксах в второй-третьей гонке. Ну и, возможно, само правило обязательных пит-стопов будет отменено, так же, как и второй мягкий комплект резины. Но тогда встает вопрос, останутся ли вообще пит-стопы, или гонщики будут стараться пройти всю дистанцию без остановок в боксах. Но в любом случае это все еще на стадии обсуждения. Чуть позже, конечно, уже мы узнаем некоторые подробности относительно возможного изменения регламента на будущий сезон, сезон 2015 года. Борьба между Глоком и Паффетом продолжается за 16-ю позицию. Ну, а впереди у нас по-прежнему Марко Витман, который явно не испортил, по крайней мере, на темпе это не отражается, свой комплект резины после заблокированных колес на торможении перед шиканой. И вот Марко Витман, который уже потихонечку начинает приближаться к пилотам, замыкающим пелотон, продолжает отрываться от Майка Рокенфеллера. У лидера сейчас преимущество уже более 4 секунд над Рокенфеллером. А здесь борьба между Паффетом и Глоком. Следующий раунд поединка между британцем на Мерседесе и немцем на BMW. На этот раз без контакта. Гэри Паффет опережает Тима Глока. На мягких шинах Мерседес себя явно ведет лучше, чем на жесткой резине BMW, по крайней мере, под управлением Тима Глока. Вообще, уикенд для Глока начинался очень неплохо. Я уже говорил, что он показал лучшее время в дождевой первой тренировке в субботу. Затем и во второй части свободных заездов также выглядел очень неплохо и в первой части квалификации. Но вот затем во втором сегменте начались проблемы и с трафиком, и у самого Глока, как он признал, были трудности с настройками. И в итоге как-то уикенд для немецкого пилота, который был на подиуме, напомню, на предыдущем этапе в Шпильберге, здесь не заладился в Айфелях. Борьба за третье место у нас еще может быть. Мартара, Диресте и Хункаделия. Давайте послушаем Аугусто Фарфуса. Что произошло? Вы откатились назад после контакта с Джейми Грином и в итоге сошли с дистанции. We realized
Я пытался продолжать, несмотря на повреждения машины, как только мог, но, к сожалению, все-таки эти повреждения оказались слишком серьезными, и я вынужден был сойти с дистанции. Очень обидно, что это произошло, потому что я думаю, что контакт с Грином стоил мне хорошей гонки. Считает Аугусто Фарфус. Посмотрим, что скажут судьи. Наверняка уже после финиша будет разбираться этот эпизод между Аугусто Фарфусом и Джейми Грином. Также у нас был спорный эпизод между Робертом Уикисом и Тимо Шайдером, ну и между Глоком и Паффитом. 9 кругов тем временем остается до финиша этой насыщенной событиями гонки. Итак, Битман выигрывает сейчас уже чуть меньше. Рокенфеллер на последнем круге сумел приблизиться. Причем 5 десятых секунд он отыграл у Витмана. Ну, возможно, что Витман сейчас просто уже сбавляет темп. В любом случае, преимущество у него достаточно комфортное и составляет сейчас 3 секунды и 7 десятых. Эдуардо Мартара замыкает по-прежнему тройку лидеров. В 11 секундах от Марко Витмана, лидера этой гонки, идет итальянец на Ауди. Диреста проигрывает ему около секунды. Далее Даниэль Хунканделья претендует в этой гонке на свои первые очки в нынешнем сезоне на 5-й позиции. Это также, возможно, будут первые очки для команды Мюкки Моторспорт, которую Даниэль Хункадели представляет вместе с Виталием Петровым. Кристиан Виторис на 6-м месте. Далее Максим Мартен 7-й, Джейми Грин на 8-й позиции, Мартин Томчик 9-й и замыкает десятку Паскаль Верляйн на Мерседесе. Смотрим, продолжится ли сокращаться отрыв между Рокки и Витманом. Нет, он вновь растет, так что Витман отвечает своему сопернику. 3,8 после третьего сектора очередного круга дистанции. Мы сейчас мчимся по трассе Нюрбургринг вместе с пока что действующим чемпионом серии ДТМ, с Майком Рокенфеллером, который в этом году не выиграл пока что ни одной гонки, всего лишь раз был на подиуме. Ну а это уже взгляд со главной трибуны Нюрбургринга. Хорошая посещаемость этого этапа, в отличие, например, от открытия нынешнего сезона в Хокенхайме, где болельщиков было не так много, как, например, в предыдущие сезоны. Здесь на Нюрбургринге трибуны заполнены. Сейчас в прессе активно обсуждается низкая посещаемость немецкого этапа Формулы-1 на Хокенхайм-ринге тоже. Но вот здесь на Нюрбургринге, например, этап чемпионата Европы по гонкам грузовиков собрал в очередной раз огромную аудиторию. За 3 дня больше 200 тысяч зрителей. Ну и на Нюрбургринге в день гонки мы видим, что трибуны тоже хорошо заполнены. Как они были хорошо заполнены также и на выездных, скажем так, не немецких этапах нынешнего. Если говорить о посещаемости этапов за пределами Германии, то пока что вот в этом рейтинге лидирует именно Moscow Raceway. Из ненемецких этапов наилучшая посещаемость была на российском этапе. И отдельное спасибо поклонникам автоспорта, которые посетили трибуны Moscow Raceway. Ну и а кто не смог, наверняка смотрели нашу трансляцию. Второй год подряд мы повторили уникальное достижение. Был одновременный комментарий для зрителей на трибунах подмосковного автодрома и для зрителей телеканала «Автоплюс». Сейчас нам показывали с высоты птичьего полета тучи, которые здесь продолжают приближаться к Нюрбургрингу. Но до финиша остается уже не так уж и много времени. Хотя, если, конечно же, дождь польет на последних кругах, это будет очень весело. В прошлом году обратная была ситуация. Дождь пошел, тут было тоже очень весело, на прогревочном круге. Хотя все пилоты были на сликах, естественно, на старте. Пилотам, я думаю, было, конечно же, не до веселья в этих условиях. Было очень сложно. Но это превратило прошлогоднюю гонку здесь на Нюрбургринге в настоящий триллер, который завершился неожиданной победой Роберта Уикинса. Первая победа была канадского пилота Мерседеса. Но несмотря на то, что на этот раз у нас пока что обошлось без дождя, в любом случае, я думаю, вы со мной согласитесь, гонка получилась и продолжает еще получаться очень боевой, насыщенной событиями. Ну и в борьбе за победу у нас все-таки еще не все закончено. Несмотря на то, что до финиша остается всего лишь 6 кругов, но Рокенфеллер на последнем круге снова полсекунды сумел отыграть у Марко Витмана. Сейчас отрыв между лидирующими BMW и Audi сокращается до 3 секунд и 1 десятой. Посмотрим, что будет на следующем круге. Плюс приближаются тучи, вдруг все-таки пойдет дождь. Все возможно в Айфелях здесь. Погода может измениться в любой момент. Эдуардо Мартара по-прежнему замыкает первую тройку, но он уже серьезно проигрывает Витману и Рокенфеллеру. В свою очередь сейчас Диреста снова подбирается к Мартаре. Там всего лишь 1 секунда, даже уже сейчас чуть меньше. Ну а что касается отрыва между Витманом и Рокенфеллером, то сейчас 3,2 секунды. Так что на последнем круге Витману снова удалось быть чуть быстрее, чем Рокенфеллер. Так что обмениваются вот такими
ударами, можно так сказать, Марко Витман и Майк Рокенфеллер. Два гонщика из Германии. Вполне возможно, что именно Витман сменят на троне серии ДТМ Майка Рокенфеллера в этом году. По крайней мере, все к этому идет. И если Марко Витман удастся вот эти последние 6 кругов довести благополучно до финиша, то это будет уже его 4-я победа в сезоне 2014 года, которая сделает его в чемпионате за 3 гонки до окончания первенства практически недосягаемым. Ну а здесь вот какая у нас борьба, возможно, еще в первой десятке. Мартин Томчик на мягких шинах все-таки успел догнать Джейми Грина на Ауди, которого сейчас установлены жесткие шины. И Мартин Томчик здесь может побороться сейчас с Грином за 8-ю позицию. Напомню еще раз, что для Грина это юбилейный старт. Вообще очень часто получается, что юбилейные гонки, в особенности сотые, для пилота в различных гоночных сериях, не обязательно в ДТМ, получаются не слишком удачными. Но вот Грин претендует здесь хотя бы на пару очков. Что касается Бруно Спенглера, то для него действительно этот уикенд не заладился. Только 13-м сейчас идет Бруно Спенглер. Но честь команды Шницер в этот непростой уикенд для коллектива Чарли Лама. Спустя неделю с небольшим после того, как покинул этот мир его брат Дитер Лам. Тем не менее, Мартин Томчик претендует на несколько очков. И сейчас готовит он атаку на Джейми Грина. Здесь перед шиканой Грин занимает внутреннюю траекторию. На внешний радиус переходит Мартин Томчик, но по внешней траектории ему Грина опередить не удается. Борьба продолжается, но я думаю, что все-таки, используя мягкий комплект резины, здесь Томчик едва ли оставит шансы для Джейми Грина. Вот уже в начале следующего круга. Сейчас добавок еще преимущество механизации заднего антикрыла есть у Мартина Томчика. Может он использовать систему ДРС здесь на длинный прямой для того, чтобы подобраться к своему сопернику на дистанцию атаки перед первым поворотом. Но Грин здесь вновь очень удачно кроется, но в итоге перетормаживает, раскрывая здесь траекторию и пропускает вперед Мартина Томчика. Итак, Мартин Томчик на BMW выходит на 8-ю позицию в этой гонке. Джейми Грин, соответственно, откатывается на 9-ю позицию. Десятку замыкает Паскаль Верляйн. Мы возвращаемся к паре лидеров. Смотрим, как изменился отрыв здесь. Он вновь сократился. Снова сумел здесь несколько десяток Рокки отыграть у Витмана. Сейчас уже менее 3 секунд между ними. Если быть точным, то 2,7 секунды. Но до финиша остается всего лишь 4 круга дистанции. Сумеет ли за эти 4 круга Рокки отыграть отставание от Витмана? Маловероятно, потому что нельзя сказать, что Рокки прям уж догоняет Витмана. Вот на последнем круге все-таки еще 1/10 снова отобрал у Рокки Марко Витман. Что здесь примерно в одном темпе они идут. Быстрее то один, то другой. Ну и в любом случае преимущество сейчас на стороне Марка Витмана. Красивые повторы того, как BMW Витмана и Audi Рокенфеллера мчатся по дистанции уже на финальных кругах этой гонки. Ну а здесь борьба между Верляйном и Грином. В итоге Паскаль Верляйн на мягких шинах также догоняет Джейми Грина на жестких шинах и опережает его без особых трудностей здесь в первом повороте. Паскаль Верляйн перемещается на 9-е место. Джейми Грин теперь только 10-й. Кстати говоря, может он тоже остаться без очков, потому что Роберт Уикенс уже вплотную, а Уикенс тоже на мягких шинах. И вот сейчас еще один пилот Мерседеса может опередить Джейми Грина, который большую часть своей карьеры, большую часть вот из этих 100 гонок ДТМ провел именно в составе штутгартского концерна, но в прошлом году он перешел в Audi и теперь представляет компанию из Ингольштадта. 3 круга до финиша остается. 2,1 секунды. 1:25,7. Время Майка Рокенфеллера на предыдущем круге против 1:26,3 у Марка Витмана. Ну а здесь Роберт Уикенс атакует Джейми Грина по внутренней траектории в шикане без контакта. Канадский пилот опережает Джейми Грина и оставляет юбиляра этой гонки вне очковой десятки. Джейми Грин откатывается на 11 место таким образом. Ну а Роберт Уикенс перемещается на 10-ю позицию. Но, конечно же, это не столь великолепный результат, которого Роберт Уикенс мог добиться в Шпильберге на предыдущем этапе или которого он добился в прошлом году здесь на Нюрбургринге, когда именно в Айфелях отпраздновал
свою первую победу в ДТМ, за которой в этом году уже последовала и вторая, добытая на Норрис-ринге на знаменитой городской трассе в Нюрнберге, в созвучном городе с названием трассы Нюрнбургринг. Но на самом деле Нюрнберг и Нюрнбургринг находятся далеко друг от друга, примерно 500 километров между ними, они в разных федеральных землях. Рейнфальд-Пальц, федеральная земля, где находится Нюрнбургринг. Но мы видим здесь радость Эрста Мозера. Вот не знаю, с чем она связана. Скорее всего, с темпом Майка Рокенфеллера. Потому что 1.25,7 на последнем круге против 1.26 ровно у Витмана. Еще 0.3 сумел Роки отыграть. И сейчас уже менее 2 секунд между пилотом BMW и гонщиком Audi. Но 2 круга всего лишь остается до финиша. Там впереди маячит Виталий Петров. Как бы не получилось, что россиянин на Мерседесе станет одним из тех факторов, которые предопределит исход этой гонки. Но Рокки сейчас быстрее. Рокки начинает приближаться к Витману. Все-таки на жесткой шине, по крайней мере, на жестких шинах сейчас Рокки явно увереннее. Может быть, и у Витмана она быстрее в итоге изнашивается. Может быть, начинает моросить дождь, и Витман здесь чуть более осторожничает. Петров здесь сделал все очень грамотно. Явно гоночный инженер его предупредил, буквально остановился и россиянин, чтобы не вмешаться в спор двух лидеров этой гонки. Но на какой напряженный финиш у нас ожидается? Марко Витмана или Майк Рокенфеллер на Ауди? Действующий чемпион против лидера нынешнего первенства. Между ними всего лишь 1.5 секунды остается сейчас. Возможно, будет еще меньше после третьего сектора предпоследнего круга этой гонки. Рокенфеллер продолжает погоню за Марко Витманом. Нас ждет феноменальный последний круг этой гонки. Явно у Витмана сейчас проблемы. Может быть, со сносом шин. Может быть, действительно моросит дождик на определенных участках трассы. Может быть, просто Витман чуть осторожнее сейчас ведет эту гонку. Ну, в конечном счете, даже если он уступит победу, в любом случае, второе место ему позволит тоже упрочить свое лидерство в чемпионате и сделать еще один уверенный шаг на пути к чемпионскому титулу. Итак, сейчас начинается последний круг этой гонки. Первый поворот, как и второй, уже у двух лидеров. Но позади сейчас в техничной Мерседес-арене находятся два пилота, которые возглавляют пилотон. Сейчас между ними уже секунда, а может быть даже и меньше. Продолжает атаковать сейчас Майк Рокенфеллер. Приближаются сейчас два лидера этой гонки к срезке этой трассы. Здесь скорость примерно 170 километров в час. И Майк Рокенфеллер не теряет надежды все-таки догнать Марко Витмана, но ведь нужно не только догнать, но еще и опередить. Итак, смотрим. Последний сектор сейчас уже начнут пилоты вот здесь перед шиканой. Оттормаживается Марко Витман, ему главное сейчас не допустить ошибку. Рокенфеллер к нему приближается, но он еще не на дистанции атаки. В итоге шикана позади, и последний поворот этой трассы остается для Марко Витмана и Майка Рокенфеллера. В итоге немецкий пилот BMW лидером выходит из последнего поворота. И великолепный, блестящий Марко Витман одерживает вторую подряд и уже четвертую в нынешнем сезоне победу. Марко Витман делает еще один увереннейший шаг на пути к чемпионскому титулу. Он просто непобедим в этом году. Марко Витман, четвертая его победа в нынешнем сезоне, пятая для BMW. Майк Рокенфеллер на подиуме второй раз в нынешнем сезоне. Также второго места в Оршенслебене. И на третьем месте финиширует Эдуардо Мартара. Для Эдо это тоже второй подиум в нынешнем сезоне. Ну а здесь мы видим эмоции на капитанских мостиках. Штефан Райнхальд обнимается со своей супругой. И очередное доказательство преимущества его команды и его пилота. Штефан Райнхальд на ваших экранах не может сдержать слезы от счастья. Но также эмоционален, конечно, этот уикенд для BMW. Я думаю, что свою победу, безусловно, посвятит Марко Витман Дитуру Ламу. Итак, Пол Ди Ресса финиширует на четвертом месте позади Эдуарда Мартара. Ему так и не удалось повороться за подиум с итальянским пилотом Audi. Но Ди Ресса становится впервые в нынешнем сезоне лучшим гонщиком Мерседеса. На финише он на четвертом месте. Даниэль Кункадели пятый. Первые очки для испанца в 2012-м. И, соответственно, первые очки для команды Мюки Моторспорт. Ну а сейчас давайте послушаем Йенса Марквардта, директора BMW Motorsport. Это фантастика. Потрясающая работа Марка Витмана в очередной раз. Но я бы также отметил Мартина. Прошу прощения, Мартена. Он финишировал на
Нет, Мартин Томпсон, конечно же, имел в виду, безусловно, Йенс Марквардт. Он финишировал в десятке сильнейших в этой сложной гонке. Да, нам пришлось понервничать в этой гонке, особенно в конце, потому что Рокки настигал Марко. Но Марко не упустил своего преимущества и в очередной раз сделал это. Марко Виттман одержал четвертую победу в нынешнем сезоне, при том, что его ближайший соперник в чемпионате перед этой гонкой, Маттиас Экстрем, сошел с дистанции, не набрал ни одного очка. Вот так вот. И таким образом к Маттиасу Экстрему теперь вплотную здесь уже должен подобраться Эдуардо Мортара. Может быть, даже удастся ему, Мортара, я имею в виду Экстрема, опередить после этой гонки. Но расклад в чемпионате мы увидим подсчитанные все очки. Пока что пилоты возвращаются после круга подсчета в закрытый парк. И тройка в итоге та же самая, что и на старте, но в несколько ином порядке. Майку Рокенфеллеру, напомню, на старте удалось обогнать Эдуарда Мортару. И в итоге Рокки финишировал на втором месте. Ну и, в общем-то, держал у нас напряжение именно Рокки до самого финиша, бросившись в погону на последних кругах за Марко Виттманом. Ну и вот Марко Виттман на ваших экранах. Я думаю, что своего в нынешнем сезоне, как это может быть не обидно звучит с точки зрения интриги на последних гонках, но все-таки уже едва ли кто-то остановит Марко Виттмана. 4 победы в нынешнем сезоне. 2 подряд в Шпильберге и здесь на Нюрбургринге. И колоссальное преимущество в чемпионате. Да, вот показывает он на траурную ленточку на его комбезе в память о Дитере Ламе. Символичный вот этот сейчас был кадр, когда Майк Рокенфеллер похлопал по плечу Марко Виттмана. Действительно, вполне возможно, что именно Марко Виттману чемпионские полномочия передаст в этом сезоне Майк Рокенфеллер. Я сказал в этом сезоне, а не после этого сезона, потому что все идет к тому, что Марко Виттман сумеет обеспечить себе чемпионское звание досрочно. Йенса Марквардта здесь находит в среди механиков BMW. Да, это сезон Марко Виттмана. Ничего здесь не скажешь. Блестящий пилот, как знать, может быть, действительно сверхновая звезда серии ДТ. Ну, уже безусловно звезда, но если он будет продолжать в том же духе, то Марко Виттман может стать одним из самых, как знать, лучших пилотов в истории ДТ. Это его всего лишь второй сезон в этом сложнейшем чемпионате. Ему всего 23 года. Уже 4 победы и уверенное лидерство в чемпионате. Полные итоги этой гонки на ваших экранах. Итак, Хункадели, на нем я остановился. Первые очки зарабатывает команда Мюки. Кристиан Феторис на 6-м месте. Максим Мартен финишировал на 7-м месте, дополнив хорошее настроение Штефана Райнхальда, руководителя команды RMG, которую представляет Марко Виттман. Мартин Томчик в итоге на 8-м месте. Роберт Уикенс 9-й и Паскаль Верляйн, вот эти два пилота на Мерседесах, финишировали на 9-й и 10-й позициях и заработали очки. Чего, к сожалению, вновь не удалось сделать Виталию Петрову. Он финишировал на 18-м месте, хотя в середине гонки после первого отрезка на мягких шинах он вышел был даже на 9-е место. Но на жесткой резине, к сожалению, темпа у россиянина не было. И целый круг он уступил в итоге лидерам. Но, тем не менее, в очередной раз добрался до финиша. 6 гонок, 7, точнее, уже гонок позади. И во всех этих 7 гонках Виталий Петров был на финише. Правда, по-прежнему россиянин остается без очков. И вот теперь после Нюрбургринга, где сумел заработать баллы его партнер по команде Даниэль Хункандели, Петров является всего лишь единственным пилотом из 23 гонщиков ДТМ этого сезона, у которого нет очков. Эдуардо Мортара, бронзовый призер этой гонки. Давайте послушаем его комментарий. Это была очень сложная гонка. Была серьезная деградация резины. Но, тем не менее, мне удалось остаться впереди своей группы. Но возможности остаться за Рокенфеллером и бороться за более высокую позицию у меня не было в этой гонке, к сожалению. Но в любом случае, снова подиум. Большие поздравления команде. Рокки, он сильную гонку провел. И, конечно же, снимаю шлем, да, шляпу перед Марко Виттманом, как сказал Эдуардо Мортара. Полностью подписываюсь под его словами. В этом году Марко Виттман просто непобедим. Действительно, это так. Майк Рокенфеллер здесь получает поздравления.
Но уже пора бежать на подиум. Нужно соблюдать процедуру. Все очень четко и строго в немецкой серии. Прямые трансляции ведутся в более чем 100 странах мира. И все должно, естественно, соответствовать графику. Протокол должен соблюдаться. Ну вот сейчас вместе с пилотами мы совершаем как раз путь к подиуму. Здесь из судейской зоны, из закрытого парка, уже туда наверх, к пьедесталу почета. Два пилота Audi, Рокенфеллер и Мартара на подиуме. И один гонщик Марко Витман, но он снова на главной верхней ступени подиума. Экстрем остается на второй позиции. С ним сравнялся, да, после этой гонки Мартара. У двух пилотов Audi теперь по 56 очков. Но посмотрите, сравните это с количеством очков, которые у Марка Витмана. 120 баллов у Марка Витмана. Таким образом, его преимущество над ближайшими соперниками, теперь это Экстрем и Мартара, составляет 64 очка после этой гонки. За три этапа до окончания сезона. Да, в розыгрыше чемпионата еще остается 75 баллов. Но о чем нам это говорит? Это нам говорит о том, что уже даже на следующем этапе, которая состоится также в Германии на трассе Лаузицринг, в Клетвице Марко Витман может досрочно стать чемпионом. Вот этот пилот на ваших экранах. Марко Витман, 23-летний немецкий гонщик. Всего второй сезон в серии ДТМ, и он уже без пяти минут чемпион. За три этапа до окончания сезона. Потрясающая работа Марко Витмана и Штефана Райнхальда, руководителя команды RMG. Марко Витман выходит на подиум. Вот аплодисменты. Да, еще раз он всем показывает траурную ленточку. Эту победу, безусловно, он посвятит Дитеру Ламу. К Витману на подиуме присоединяются его соперники из Audi. Прошлогодний чемпион Майк Рокенфеллер. Второй подиум для него в этом сезоне. Также и второй подиум для Эдуарда Мартара. Причем Рокки и Мартара свой первый подиум также завоевали в одной гонке. Это было больше с Лебедем в начале нынешнего сезона. Ну и Штефан Райнхольд. Для его команды это тоже всего лишь третий сезон в серии ДТМ. Первую победу его команда отпраздновала вместе в Хокенхайме в этом году. А вот теперь уже пятая победа для RMG. И немецкий гимн в честь Марко Витмана. Четвертый раз по ходу сезона 2014 года. Самый престижный и популярный кузовной серии ДТМ прозвучал немецкий гимн в честь Марко Витмана. 64 очка преимущества у него над ближайшими преследователями. Пилотами Audi Матиасом Экстремом, который сегодня до финиша не добрался. И Эдуардо Мартарой, который с Эки сравнялся по очкам. Победный трофей для Марко Витмана. Вручен Майк Рокенфеллер получает... Нет, сначала, конечно же, Штефан Райнхольд получает свою награду за победу в командном зачете. И коллектив RMG, благодаря победе Марко Витману и также очковому финишу Максима Мартена, укрепляет свое лидерство и в командном зачете. Ну и BMW также сохраняет за собой пальму первенства в зачете производителей. Ну а вот кубок и для Майка Рокенфеллера. В этом году ему чемпионом стать уже явно не удастся второй год подряд, но, по крайней мере, на высокой ноте он может завершить этот чемпионат. Ну, Эдуардо Мартара здесь ему вручает награду актер из сериала «Спецотряд Кобра-11». Насколько я знаю, он также транслируется и в России. И, любопытно, что вот здесь, в рамках этого уикенда, как раз этот немецкий сериал, очередная серия о буднях
дорожной полиции немецкой снимался здесь. И вот одна из серий, по всей видимости, будет так или иначе связана с Нюрбургрингом из серии ДТМ. Так, Марко Виттман, Майк Рокенфиллер, Эдуардо Мартара и Штефан Райнхольд на пьедестале почета Нюрбургринга. Вот так вот завершился седьмой этап серии ДТМ 2014 года. Марко Виттман не будет здесь принимать участие в церемонии шампанского. Ну и солидарно мы видим с ним здесь и Майк Рокенфиллер, Эдуарда Мартара. В память о Дитере Ламе этот подиум обходится без шампанского. Действительно, человек, который был предан автоспорту, так же, как и его брат Чарли Лам, невероятный энтузиаст автоспорта, несмотря на то, что он является руководителем заводской команды BMW, одной из самых успешных гоночных команд в истории автоспорта. Тем не менее, очень открытый, приятный человек. И можно, конечно, себе представить, как тяжело было Чарли Ламу на этом этапе, вообще в целом команде Шницер. Ну и в итоге не слишком удачное выступление здесь, но Мартин Томчик сумел для команды Шницер набрать несколько очков. Но в BMW в этом году, конечно же, главной командой является коллектив вот этого человека, Штефана Райнхольда и команда RMG. Совершенно новая команда была создана перед сезоном 2012 года, когда BMW спустя 20-летний перерыв вернулась в серию DTM. Первые два сезона для команды RMG были не слишком успешными, несмотря на то, что в ее составе выступал Мартин Томчик. Но перед этим сезоном произошла перестановка, и как раз Марко Виттман перешел из команды MTEC в RMG и стал побеждать в ее составе. Комментарий Майка Рокенфиллера. Я очень доволен после четырех очень сложных вернуться на подиум. И я был, на, в общем-то, в борьбе за победу здесь, принимал участие. Мои поздравления, Марко. Только в самом конце мне по-настоящему удалось подбираться к нему, но уже слишком мало времени оставалось до конца гонки. Я думаю, что он контролировал в любом случае ситуацию. И у него лучший, безусловно, лучший пакет в этом сезоне машины, настроек. Я же, в свою очередь, не допускал в этой гонке ошибок и доволен результатом. Теперь наша цель продолжать в том же стиле. Итак, чемпион 2013 года сейчас делился своим мнением, но это лидер чемпионата 2014 года, 64 очка, очередная феноменальная гонка, и уже в Лаузице вы можете стать чемпионом. Как вы думаете, удастся? Вы знаете, я об этом пока что не думаю. Сегодня мы провели отличную гонку, заработали вновь максимальное количество очков. Ну и, конечно же, я теперь уже не могу не смотреть на борьбу за титул. Все выглядит очень неплохо. В любом случае, это была сложная гонка, особенно в конце, когда Майк возлагал на меня давление. Но, к счастью, гонка уже завершилась к этому моменту, догнать он меня так уже и не успел. Но все-таки, сегодня ложась спать, вы будете думать о титуле, мечтать о нем? Конечно же, имея преимущество в 64 очка, уже можно думать о нем. Ну, и я признаю, что, может быть, я говорил о том, что я не зацикливаюсь на турнирной таблице, но, конечно же, я всегда смотрел на положение. Майк, как вы думаете, именно Марко вас сменит на троне ДТМ? Да, я думаю, это так. Я думаю, что опередить его в этом году уже будет тяжело кому-либо. Никаких ошибок он не допускает, и он заслужил это. И он лучшим образом извлек потенциал машины BMW и использовал все свои шансы. И я думаю, что он уже своего не упустит и удержит ситуацию под контролем. Он заслужил этого. Ну что ж, вот так вот получается, что уже за три этапа до окончания сезона у нас вопрос о чемпионстве практически снят, но еще не окончательно. Тем не менее, это, естественно, ни в коей мере не ослабевает интриги трех следующих этапов. Ближайший из них состоится также в Германии на другой трассе, на трассе Лаузиц-Ринг. И вполне возможно, что именно там, в Клетвице, Марко Виттман уже снимет все вопросы о чемпионском титуле. Так что в любом случае этот исторический этап нельзя будет пропустить. Это будет уже практически через месяц, 14 сентября. Смотрите трансляцию на телеканале «Автоплюс». Затем 28 сентября, в последнее воскресенье этого месяца, этап в Занфорте в Нидерландах. Ну и финал сезона 19 октября в
в немецком Хокенхайме. Три гонки. В любом случае еще у нас напряженная ситуация в борьбе за места в первой тройке. Общего зачета много там претендентов. Ну и также, конечно, борьба за титул продолжится в командном первенстве и в зачете производителей. Впереди нас ждет послегоночная пресс-конференция. Ну а пока что давайте еще раз насладимся самыми яркими моментами прошедшей гонки на Нюрбургринге в нашем традиционном клипе под официальную песню ДТМ 2014 года. Смотрите и наслаждайтесь еще раз. Любопытно отметить, что в первой десятке по итогам этой гонки у нас наибольшее представительство Мерседеса. Целых 5 гонщиков концерна «Трех лучей» финишировали в очковой группе. Это Пол Ди Ресто на 4-м месте, Даниэль Хунканделье 5-й, Кристиан Феторис 6-й, а также Роберт Уикенс и Паскаль Верлянь на 9-й и 10-й позициях соответственно. У гонщиков BMW тройное представительство первой десятки по итогам этой гонки. Победитель Марко Витман, его партнер по команде RMG Максим Мартен на 7-м месте и Мартин Томчик из коллектива Шницер на 8-м месте. И два гонщика Audi всего лишь первой десятки, но оба на подиуме. Зато это Майк Рокенфеллер и Эдуардо Мартара. Но при этом безвыигрышная серия ингольштадцев продолжается. Последняя победа Audi в ДТМ по-прежнему датирована прошлогодним августом и российским этапом, когда гонку выиграл Майк Рокенфеллер на пути к своему чемпионскому титулу. Вот с тех пор, с премьерного этапа на трассе Moscow Raceway в 2013-м, Audi в ДТМ не побеждала. И в нынешнем сезоне ни одной победы у Audi до сих пор нет. Но, безусловно, ингольштадцы попробуют исправить это упущение на трех оставшихся этапах нынешнего первенства и попробуют навязать борьбу BMW. Ну, если уже не в личном зачете, где практически уже Марко Витман недосягаем, то, по крайней мере, в командном первенстве, где у коллектива Up Sportsline остаются еще шансы догнать команду RMG. Ну и, конечно же, в зачете производителей, где борьба также ожидается между BMW и Audi за звание лучшей марки по итогам сезона серии DTM 2014 года. В двух предыдущих сезонах, напомню, что лучшей маркой становилась BMW и в 2012, и в 2013. Хотя личный зачет и командный в прошлом году достался Audi Майку Рокенфеллеру и его команде Phoenix. Что касается Мерседеса, то, учитывая потерянное количество очков в первой половине нынешнего сезона из-за
проблем с машиной, Mercedes уже не принимает участие в споре за титул, по сути, ни в одном из зачетов. Но, как говорил Гэри Паффет, задача основная в Mercedes — это выиграть две последние гонки, как раз когда будет готов полностью обновленный пакет для машины Mercedes C-Coupe. В Зандфорте и в Хокенхайме. Посмотрим, удастся ли это сделать мерседесовцам. Ну и будем надеяться, что в трех оставшихся гонках Виталию Петрову удастся по ходу своего дебютного сезона все-таки открыть счет заработанным очкам. Потому что вот теперь после семи этапов россиянин является единственным пилотом среди участников нынешнего первенства, на счету которого нет, к сожалению, ни одного очка. Сегодня его партнер по команде Мюки Моторспорт Даниэль Хунканделия сумел исправить это упущение и, проведя очень сильную и надежную гонку, испанец финишировал на пятом месте и заработал первые в нынешнем сезоне для себя зачетные очки, чем не может пока, к сожалению, похвастать Виталий Петров. Но в любом случае прогресс заметен, и сегодня очень сильно боевую гонку проводил Виталий Петров, прорывался на мягких шинах. Правда, была все-таки, вспомним, справедливости ради, у него ошибка на мягком типе в самом начале гонки, за которой он потерял несколько секунд, но тем не менее вышел на девятое место. Однако затем на жестких шинах темпа, к сожалению, не было у Виталия Петрова, и финишировал он сегодня на последней 18-й позиции, но тем не менее вновь добрался до финиша, вновь приобрел очень важный опыт. Ну и 5 пилотов клетчатого флага сегодня не увидели, из них это 4 гонщика Audi: Матиас Экстрем, Ника Мюллер и Мигель Малина с Тимо Шайдером, и также бразилец Аугусто Фарфус, чья машина была повреждена после столкновения с Джейми Грином. У Малины также с Джейми Грином была стычка и поврежденная машина на самом старте этой гонки. Матиас Экстрем сошел после повреждения в связи со столкновением с Тимо Глоком. Ника Мюллер и Тимо Шайдер столкнулись после того, как в Тимо Шайдера на торможении в первом повороте влетел Роберт Уикенс, который наказание за это, тем не менее, не получил. Но, может быть, действительно, вот таким образом судьи как бы извинились перед Робертом Уикенсом за слишком суровое наказание на предыдущем этапе в Шпильберге. Хотя, скорее всего, это шутка. Ну, по всей видимости, признали гоночным эпизодом вот это столкновение между канадцем на Мерседесе и немцем Тимо Шайдером на Ауди. Ну что же, дожидаемся сейчас мы пресс-конференцию. Пилоты уже должны сейчас занимать свое место в пресс-центре трассы Нюрбургринг. Несмотря на переменчивую погоду по ходу всего этого уикенда, тем не менее, гонка прошла по суху, обошлась без дождя. Но это ни в коей мере не сделало ее менее интересной. Гонка была насыщена событиями, многочисленными происшествиями. Ну, я думаю, что порадовала истинных поклонников автоспорта. Ну и завершилась она 4-й победой Марка Виттмана в нынешнем сезоне. 5-я победа для BMW и для команды RMG. В BMW, помимо Марка Виттмана, в этом году удалось добиться победы только одному пилоту, его партнеру по команде Максиму Мартену на подмосковной трассе Москва-Рейской. Ну а сейчас мы приветствуем вас на традиционную послегоночную пресс-конференцию после 7-го этапа серии DTM на немецкой трассе Нюрбургринг сезона 2014 года. И 4 пилота здесь за столом. Это пилот BMW Марка Виттмана, одержавший 4-ю победу. 25 очков он заработал за сегодняшний успех. Рядом с ним два пилота Audi, которые поднялись на подиум. Второе место сегодня у Майка Рокенфиллера и третье место у Эдуарда Мортара. Ну а лучшим гонщиком Мерседеса по итогам этой гонки стал Пол Ди Реста, который финишировал на 4-м месте. Ну а первый вопрос, конечно же, по традиции для победителя Марка Виттмана. Как вы себя чувствуете после этой уже 4-й победы в сезоне? On one side quite happy, on the other side of course also a bit disappointed because of Dieter. С одной стороны, конечно же, я счастлив, с другой стороны, не могу полностью радоваться этому успеху из-за смерти Дитера Лама. Что касается гонки, то она была очень хорошей для меня. Мне удалось хорошо стартовать и хорошо пройти надежные первые круги, оторваться от своих преследователей. Especially to the end of the race, I got в конце гонки было непросто на меня. Оказывал давление Майк Рокенфиллер.
quite happy that the race was over, not going longer. Были небольшие проблемы в конце отрезка с жесткими шинами, и я был счастлив, что гонка закончилась, он не успел меня догнать. Мы перед этим уикендом не ожидали, что здесь будем столь сильны, но уже в квалификации мы сумели максимум извлечь из нашей машины, баланс был очень хорошим, мы сумели найти хорошие настройки, вся команда поработала очень хорошо. Сегодня пит-стоп, и также пит-стоп прошел без накладок. Горжусь этим успехом. Марко Виттман выиграл эту гонку на самой тяжелой в пилотоне машине. Это потрясающе. Такое ощущение, что вы сохраняли контроль над гонкой на протяжении всей дистанции. И в чем секрет? Мы все хотим этого знать. Maybe not as important as in qualifying, because in qualifying it's always tight. And ну, что касается погоды, сейчас Марко Виттман говорит, то, конечно же, все мы думали об этом, но в гонке это не так важно, все в равных условиях, нежели квалификации, где нужно выбрать правильный момент для выезда на трассу. Но сегодня у меня были лучшие возможности, я стартовал с полпозиции, передо мной была чистая трасса. Хорошо себя вели опциональные шины в начале этой гонки, и это позволяло мне лидировать и отрываться. И я по максимуму сумел извлечь преимущество мягких шин. Насколько сложной или, наоборот, легкой была эта гонка для вас? Знаете, нет, все равно это была сложная гонка. Несколько моментов было. Например, когда я ошибся на торможении в шикане, перетормозил, и мне пришлось срезать эску. Это был один такой тревожный момент. Ну и затем, в конце, как я уже говорил, Майк меня настигал, у меня изнашивали шины жесткие. Я старался сохранять концентрацию, не допустить ошибку, но тем не менее допускал некоторые помарки, что стоило мне времени. Но самое главное, что мне удалось сохранять концентрацию, и в итоге мне удалось остаться впереди до самого финиша. К Марко Виттману мы вернемся чуть позднее, ну а сейчас серебряный призер этой гонки, действующий чемпион Майк Рокенфеллер. Это второй у вас подиум в нынешнем сезоне, после также второго места в Ошеслебене, так что повторение лучшего результата в сезоне 2014. Хороший день у вас, не так ли? Ну, в первую очередь я поздравляю Марко Виттмана. Отличная работа. Я думаю, что мы тоже сделали хорошую работу сегодня. Я думаю, что я сегодня извлек максимум из возможностей моей машины. Но, с другой стороны, был шанс побороться за победу, учитывая темп в конце. Поэтому немножко расстроен, конечно же. Марко в конце терял темп. Я подбирался к нему, сокращал отставание. Я действительно атаковал очень серьезно. Я старался максимально близко к нему подобраться. Но я думаю, что в любом случае он контролировал ход этой гонки, и вначале он был быстрее, сумел создать преимущество, которое предопределило исход этой гонки. Ну и в итоге клетчатый флаг остановил нашу гонку, он одержал победу. Но в любом случае, еще раз повторюсь, что я доволен результатом. Я думаю, что в прошлом году у нас тоже была не самая быстрая машина, но нам удавалось за счет стратегии отыгрываться. В ситуации этого года просто нам этого не хватает. Шансов меньше за счет стратегии отыграться. Поэтому, когда у вас не самая быстрая машина, вы просто должны все делать максимально хорошо. Но сегодня мы вернулись действительно в оптимальную нашу форму. И мы вернулись на победную тропу, можно так сказать. Мы вновь претендуем на первое место. И это уже очень хорошо. Это главный итог этого уикенда. Для вашей команды это домашняя трасса, потому что база находится буквально всего лишь в нескольких километрах от гоночного кольца. Как с этой точки зрения вы оцениваете успех? Конечно, победа была бы лучшим подарком моей команде на домашнем этапе. Но еще раз скажу, что мы все очень довольны. Мы провели здесь хорошую, сильную домашнюю гонку. Я был доволен сегодня своей машиной и сотрудничеством с гоночным инженером. И было здорово показать всем, что мы по-прежнему и вновь способны бороться за победу.
Как вы думаете, в чем секрет Марка Видмана? Он просто не удержим в этом году. Well, I think it's difficult to say. Сложно сказать. I think the 10 kilos. Даже несмотря на дополнительные 10 килограммов, он одержал победу. If everything is running smooth and you have a great setup and. Но если у вас отличные настройки, то, как вы видите, даже это не останавливает на пути к успеху. Я думаю, что скорее стоит спросить, в чем секрет их успеха у них самих. Мне тоже будет интересно услышать. У нас было несколько шансов в этом году, в начале сезона, но, к сожалению, не всегда мы использовали возможности. Но Марк, конечно, делает просто великолепную работу. Сегодня это произошло не в первый раз, а в очередной раз уже по ходу этого сезона. Мы думали, что действительно дополнительный балласт его немножечко охладит его, остудит его пыл, но этого не произошло, он по-прежнему быстрейший. Переходим от Майка Рокенфеллера к Эдуарду Мартари. Второй подиум в нынешнем сезоне также после Ошо Слебина. Третье место сегодня. And obviously today I think I get beaten by two better. Я думаю, что это был хороший уикенд. Сегодня меня опередили только два пилота, которые явно были быстрее. В начале гонки, когда Рокки меня обошел на старте, он достаточно легко от меня оторвался. Я не мог поддерживать его темпы. У меня была деградация шин, износ, особенно мягкой резины. Затем был прессинг со стороны Пола Ди Ресте, но я с этим справился. Я доволен результатом. Хорошая гонка. Вы не сумели продержаться на мягкой резине 23 круга, да? Произошли проблемы? Да, таких проблем у нас не было по ходу шести гонок этого сезона. Но у нас были проблемы, особенно в квалификации на предыдущих шести этапах. Здесь мы сумели гораздо лучше в целом провести этот уикенд. Вы тоже возвращаетесь на подиум. И это вам придает сил, мотивации перед следующими гонками? Да, конечно, возвращение на подиум — это хороший результат. Victory lane was the word I was looking for. Да, Майк Рокенфеллер поправил Ричи, ведущего пресс-конференции, что не путь успеха, а победная тропа. Именно так выразился Майк Рокенфеллер, и он поправил ведущего, сказал, что именно так я сказал. Запомним это выражение Майка Рокенфеллера. Опол Ди Ресте, лучший пилот Мерседеса, четвертое место. У нас была очень сильная машина, особенно на мягких шинах сегодня. И я сумел подобраться к Дани, его в итоге опередить. К сожалению, я допустил небольшую ошибку перед пит-стопом. Ну, а на жестких шинах я с Эдуардо был примерно в одном темпе. Но в любом случае, большое спасибо команде. Шпильберг уже был первым знаком, что мы на правильном пути. И здесь, на Нюрнбергринге, это подтвердилось. Мы заработали важные очки. И я надеюсь, что мы сумеем продолжить этот прогресс и на последующих гонках. But I think you can feel well with this fourth. Подиум пока что остается не за вами в этом сезоне. Ну как вы себя ощущаете, как лучший пилот Мерседеса? Это на бумаге эта трасса не лучшим образом подходила нашей машине, и тем приятнее то, что мы провели достаточно сильный уикенд. Мы заработали сегодня действительно немало очков. И это хороший результат для всей команды. И мы должны работать, безусловно. Ну и создается впечатление, что Мерседес сокращает отставание от соперников из Audi и BMW. I certainly hope it is, but you know we're definitely not forgetting the likes of Marco, who's done an incredible job at BMW. I think they have 20 kilos. Ну, Марко проделал отличную работу с самой тяжелой машиной. У нас тоже будут дополнительные килограммы на следующей гонке, но вот пример Марко показывает, что и на тяжелой машине можно вполне быть быстрым. Нам нужно сконцентрироваться на нашей машине и извлечь из нее максимум, добиться прогресса. И мы нацелены именно на это.
Ну что ж, возвращаемся к победителю этой гонки, к лидеру чемпионата Марко Витману. Марко, после этой гонки вы лидируете в чемпионате на вашем счету 120 очков на 64 балла больше, чем у Матиаса Экстрема и Эдуарда Мартары, которые делят вторую-третью позицию. Но вы всегда говорите, что вы отдельную гонку рассматриваете вне зависимости от чемпионата. Ну, знаете, конечно, всегда я все-таки смотрю на турнирную таблицу, просто не всегда в этом признаюсь. Но course, сейчас действительно я уже могу признать, что ситуация выглядит очень хорошо. Мы лидируем с приличным преимуществом, и теперь наша цель удержать это преимущество до конца сезона, набирать очки, хорошие очки в трех оставшихся гонках и выиграть чемпионат в конце концов. Но вы можете это сделать уже на следующем этапе в Лаузице. Ваши шансы. Посмотрим. Ну что же, благодарим Марка Витмана, Майка Рокенфеллера, Эдуарда Мартару и Пола Диресто, которые сейчас делились своими впечатлениями в послегоночной пресс-конференции по итогам седьмого этапа серии ДТМ 2014 года. Марко Витман на глиссаде, если вы позволите, к чемпионскому титулу. Тем более, что сегодня день воздушного флота России, поэтому думаю, что можно использовать такой авиационный термин. И действительно, уже на следующем этапе на трассе Лаузиц-Ринг Марко Витман вполне может досрочно стать чемпионом. Три гонки остаются до окончания первенства. На Лаузиц-Ринге, Зандфорте и Хокенхайм-Ринге. Ну а сегодня мы стали свидетелями потрясающей гонки и четвертой в 2014 году победы Марко Витмана. Следующий этап состоится на Лаузиц-Ринге 14 сентября. Не пропустите трансляцию на телеканале Автоплюс. Ну а на сегодня пришло наше время прощаться. Большое спасибо вам за внимание. Благодарим Верену Врит. Для вас комментировал Сергей Беднорог. Не забывайте, гонки — это жизнь, а все, что происходит до и после, лишь ожидания. До новых встреч в эфире.